в мире Невроз с бессонницей, давление, стресс, примите валемидин. С валерьяной, пустырником, боярышником, мятой и усиливающим их компонентом. Валимедин. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Мы сегодня будем обсуждать проблему, которая имеет отношение врачи очень разных специальностей. Речь пойдет о герпетических инфекциях. Но ну вот, прежде чем, собственно, говорить об этой патологии, ну, хотел бы, может быть, начать с нескольких ремарок. Ну, во-первых... Вот буквально на прошлой неделе мы в э, очередной раз редактировали наши учебные программы дополнительного профессионального образования, которые мы реализуем на кафедре. И обратили внимание на то, что проблема герпетических инфекций обсуждается по сути своей в каждой учебной программе. Только варьируют э, способы подачи материала, то есть форма обучения, лекции, семинары, практические занятия. Варьирует количество часов, которые на это отводятся. Ну и касаемо количества часов, это э, от, двух, от двух до восьми в общей сложности э, часов академических э, выдаст на изучение этой темы, в зависимости от той категории э, врачей, которые у нас обучаются. Ну, э, наверное, отсюда становится понятно, что в рамках сегодняшних э, двух академических часов, наверное, есть смысл сосредоточиться на том, что в этой проблеме на сегодняшний день, э, скажем так,. Досконально известно, и чем стоит пользоваться, на что ориентироваться в первую очередь в практической деятельности. И второе, как и на том, что наоборот не изучено, имеет еще дальнейшие свои перспективы э, с точки зрения возможного вот, э, новых знаний, новых сведений, новых возможностей диагностики и терапии, подхода э, к решению проблемы герпетических инфекций как таковых. Ну, поэтому, э, исходя из вот этих задач, наверное, э, нет большого смысла э, рассказывать какие-то частные молекулярные основы э, этой патологии, а вот сосредоточиться в основном на том, с чем мы имеем дело в практической деятельности, как эти вопросы должны решаться на сегодняшний день. Ну и большей частью времени, конечно, речь пойдет именно об этом. Значит, на сегодняшний день э, геопетическими инфекциями называют ну, в общем-то, несколько таких э, различных состояний. В целом, в целом, наверное, следует эту патологию назвать э, заболевания вызываемые у человека вирусами семейства герпеса. Скорее всего, это, наверное, более правильное. Хотя термин герпетическая инфекция, он используется э, в двух э, таких случаях. Первых, вся группа, все семейство патогены для человека вирусов герпеса. И, во-вторых, э, это первый-второй тип э, вирусов герпеса, тоже иногда называют герпетическими инфекциями. Хотя, в целом, в целом для патогенных, патогенных для человека сегодня действительно доказано, это действительно 8 э, типов этого семейства. Сейчас есть публикация о том, что таких типов э, больше, 9, но э, мнения ученых по этому поводу пока еще, ну, скажем, не совсем э, устоялись, не совсем являются однозначными представлениями. Итак, 8 типов, которые являются однозначно патогенными для человека достаточно, в хорошо известно э, всем, э, что эти восемь типов э, это, ну, вот первый, второй вирус простого герпеса человека, да, третий ветряная оспа, повязывающая лишай, эпштейна-бар, э, цитомегаловирус, э, розиоловирусы, их два шестого и седьмого типа, и вирусы цирны, саркомы капши, восьмой тип это, в принципе, то, что, в общем, -то, наверное, известно достаточно всем. Поскольку это одно семейство, естественно, естественно что э, и в свойствах этих вирусов, и в их взаимоотношениях с э, макроорганизмом, и в течение э, вот этого инфекционного процесса, в течение эпидемического процесса, в подходах к диагностике, к терапии есть, конечно, однозначно общие подходы и общие черты. Действительно, принципиально, принципиально эти вирусы построены примерно одинаково. Они во многом схожи с точки зрения гомологичности своей генетического аппарата. — Действительно, тотально, субтотально распространены, хотя здесь есть некоторые э, различия, э, но не очень, не очень, скажем так, существенные, но они все-таки есть. Действительно, практически э, все, все вирусы, э, они передаются одними и теми же механизмами э, и путями передачи, и факторы передачи практически одни и те же. С той только разницей, что ну, для отдельных из них что-то встречается чаще, что-то встречается реже характерно понятие латентности, которое, в общем-то, пришло как раз именно из, из изучения биологии и жизненного цикла и взаимоотношений между этими вирусами и макроорганизмом человека, то есть э, длительная способность к существованию, э, будучи интегрированным в геном э, клетки макроорганизма э, при отсутствии репликации этих э, вирусов. Ну и, наконец, одной из э, таких общих черт это является достаточно тесная связь между клиническими проявлениями, который мы видим, и состоянием иммунной системы у э, человека как такового. Если говорить о распространенности, то да, наверное, опять же все знают, что вирусы простого герпеса первого второго типа это 95, 98 и более процентов в зависимости от того, где проводилось исследование, когда и какими методами. Но, тем не менее, все сходятся исследователи в одном, что да, фактически субтотальная распространенность. Цитомигалы вируса Эпштейн-Бар порядка 70-80%, и тоже эти данные довольно-таки широко варьируют, и от 40% до более чем 90% на сегодняшний день, то есть тоже очень широко распространенная инфекция. Вирусы герпес шестого типа на сегодняшний день могут рассматриваться как наиболее, наверное, вот среди этих широко распространенных вирусов у человека, поскольку, ну, по сути своей инфицированность ими она фактически сто фактически стопроцентно есть здесь некоторые особенности возрастные о которых вот немножко по, поговорим тогда когда до них речь до, до, них дойдет очередь ну и наконец есть вот различия о которых я упоминал в распространенности это вот вирус герпеса восьмого типа до да, с саркомой и капаши который действительно примерно есть у половины населения коренного населения в африке и в то же время на порядок ниже Распространенность в Европе порядка 6% всего. Вот это вот существенная разница, которая отмечается всеми и которая имеет определенное значение. Что касается путей передачи, практически все эти вирусы передаются контактным, воздушно-капельным путем, и к контактному пути относятся в том числе половой. И могут передаваться вертикально, то есть от матери к плоду. Ну вот, в принципе, здесь вот так на картинках, в общем-то, эти э, пути, они, в общем-то, так и изображены. Да, действительно, для разных вирусов немножко различается актуальность э, каждого из вот этих путей, но, тем не менее, тем не менее, в целом, в целом, в общем-то, они могут, э, имеют свойство вот э, передаваться именно, именно вот так в целом. Что касается проявлений, и взаимосвязи их с состоянием иммунной системы, о чем уже было сказано. Да? Но у иммунокомпетентных пациентов, собственно говоря, вирусы семейства герпеса, они вызывают либо поражение кожи и слизистых оболочек, что достаточно хорошо известно на примере например простого герпеса да, ветряной оспы, например или или как правило и первичное заражение и дальнейшее течение инфекционного процесса протекают субклинически ну, здесь наиболее характерный такой пример, наиболее, наверное, такой яркий, скорее всего, что это цитомигаловирусная инфекция, поскольку с учетом ее распространенности и числа случаев диагностики острой цитомигаловирусной инфекции, конечно, понятно становится, что доминирует субклиническая форма этого заболевания, безусловно. Совсем другая ситуация развивается у людей с иммунодефицитными состояниями, у лиц иммунокомпрометированных. Здесь, здесь фактически любой из этих возбудителей может вызывать клиническую картину крайне тяжелого заболевания его атипичного течения э, генеризованные формы э, этих инфекций с поражением центральной нервной системы в том числе и некоторые из этих вирусов являются ассоциированными с развитием злокачественных новообразований э, в частности в частности, это очень хорошо показано у пациентов с ВИЧ-инфекцией, в частности, в том числе при врожденных инфекциях, там, где речь не идет о ВИЧ, а речь идет о, ну, скажем так, иммунодефиците, приобретенном в результате перенесенного врожденного инфекционного заболевания. Конечно, конечно, на сегодняшний день мы довольно много знаем и об этих вирусах как таковых. Мы знаем об их биологии. Знаем их биологический цикл развития, их особенности взаимодействия с иммунной системой человека, особенности иммунного ответа, подхода к диагностике, подхода к терапии. Но э, на сегодняшний день, на сегодняшний день ну, скорее всего, что м -м, актуальность немножко у них различна все-таки. И скажем, вот если говорить о практической деятельности повседневной, э с которой вот мы встречаемся, ну, скажем так, практически каждый день, то, наверное, у лиц, э у которых нет иммунодефицита, то есть это наши обычные э пациенты, э это несколько таких позиций. Ну, во-первых, первый, второй тип, да, вирус простого герпеса, это э, актуальным является первое, рецидивирующее течение, рецидивирующие течение э, и урогенитальные формы э, этой инфекции, поскольку они имеют прямое отношение к репродуктивной функции, как с точки зрения собственной возможности репродукции, так и ее реализации. Третий тип э, рецеллозостеров вирус, да, это м, проблема, э, связанная с достаточно большим количеством э, восприимчивых лиц, причем лиц молодого возраста в условиях, отсутствие, отсутствие широко распространенной, широко, распространенной, вакцинации. Мы прекрасно знаем о том, что есть вакцинация от ветряной оспы. Если ее реализовывать широко, то в принципе ну, это становится, ветряная оспа становится управляемой инфекцией и превращается, скажем так, ну, в ну, обычные, так сказать, спорадические, единичные какие-то случаи. Поскольку вакцинации тотальной нет, то, конечно, мы с ветряной оспой, с ее проявлениями, с ее, скажем так, очагами, в общем-то, достаточно часто имеем дело. Хотя, хотя протекать заболевание может тоже по-разному, в зависимости от того, на каком фоне у каких людей оно развивается. Проблема рецидивов ветряной оспы, да, то, что называется опоясывающая лишая, ну, в общем-то, раньше считалось проблемой в основном лиц старшего пожилого возраста, хотя на самом деле эта проблема Собственно, не возраст это проблема, состояния иммунной системы. Можно и в достаточно молодом возрасте иметь э, недостаточность э, иммунного ответа, да, и иметь, э, собственно говоря, клиническую картину э, опоясывающего лишая. но ну, вот, насколько я знаю, вот, коллеги рассказывали, самый молодой возраст пациента, у которого была клиническая картина опоясывающего лишая, самый молодой, это 9 лет. То есть э, к 9-летнему возрасту ребенок перенес петрянку, и благополучно э, к 9 годам уже в 9 лет имел клиническую картину опоясывающего лишая. То есть не нужно иметь большой возраст, нужно иметь проблемы в, в, зрелый возраст, нужно иметь проблемы в иммунной системе, чтобы была такая клиническая картина. Ну и, как уже было сказано, зависит от того, на каком фоне развивается и что предпринимается на ранних стадиях заболевания. Да, действительно, ветряная оспа и бывает у детей протекает крайне тяжело, тяжело и крайне тяжело, в том числе с развитием ветряночных энцефалитов, к сожалению, к сожалению, в том числе с неблагоприятными исходами. Это есть, это мы такое мы такое видим и отмечаем. Если говорить об инфекции вирусом Эпштейна-Бар, то на сегодняшний день там есть несколько вопросов, которые, скажем, спорных вопросов, дискутабельных вопросов, по поводу которых продолжается обсуждение и накопление материалов. Это в первую очередь вопросы, связанные с хроническим течением этой инфекции, то есть наличием проявлений растянутых по времени, клинических проявлений растянутых по времени, и взаимосвязи между этим вирусом и развитием некоторых онкогематологических заболеваний. Тоже об этом немножко речь будет идти по ходу сегодняшнего вот обсуждения. Цитомегаловирусная инфекция у людей без иммунодефицита ⁇ это на сегодняшний день в основном проблема, связанная с рисками врожденных, врожденного заболевания. Ну, в общем-то, об, э, заболев... об этом мы уже говорили, когда была э, вот эта тема в мае этого года по поводу рожденных инфекций. Но у больных с ВИЧ-инфекцией, например, на стадии СПИДа, у них цитомигаловирусная инфекция протекает, конечно, немножко не так, как у людей иммунокомпетентных, у тех 80%, у которых антитела к этому вирусу обнаруживаются на протяжении жизни шестой-седьмой тип на сегодняшний день э, известно, что какую патологию, в принципе, они могут вызвать, какую клиническую картину чаще всего вызывают. И известны, в общем-то, достаточно редкие формы э, этой патологии, но на сегодняшний день, э, в общем-то, недостаточно пока данных для того, чтобы совершенно четко э, позиционировать эти вирусы как, ну, с точки зрения их их, их вот, э, вклада в ту патологию, с которой их на сегодняшний день связывают. Поэтому здесь и размещены вот эти знаки вопроса, потому что здесь еще ну, есть над чем работать исследователям совершенно разного, совершенно разного профиля. Ну и восьмой тип, восьмой тип, собственно говоря, его актуальность, она и была обусловлена э развитием эпидемии, пандемии ВИЧ-инфекции. Ну, в общем-то, об этом тоже будет идти речь. Какое-то значение имеет сейчас, э на сегодняшний день, вот, в 21 веке, по сути дела, уже в конце второго десятилетия. Понятно, что раз есть сходство клинических проявлений, сходство взаимоотношений между различными представителями этого семейства и макроорганизмом, понятно, что есть определенные общие подходы с точки зрения диагностики, э, если мы, скажем так, рассматриваем э, дополнительные специфические методы исследования без относительно клиники, да, то есть клиническая картина тоже имеет свои характеристики, да, если мы берем лабораторное подтверждение обсуждаемого этих заболеваний, то с первого по третий тип, например, сегодня, сегодня э, ключевой метод доказательства этиологии вот на этой экзантемы или каких-то других проявлений, там, допустим, поражения нервной системы, на сегодняшний день это вот, э, поиск генетического материала возбудителя, полимеразная цепная реакция в различных ее э, модификациях. Причем э, в тех случаях, когда есть элементы экзонтемы, э, тогда это маски отпечатки именно элементов экзонтемы. А если доминирующим проявлением является поражение, например, ну, мозговых оболочек или вещества головного мозга, то это понятно, что это субстрат для исследования. Э, это в первую очередь лихвор, конечно. Хотя, может быть, исследована любая биологическая жидкость, любой материал, биопсины, аутопсина и так далее, э, и как методами ПЦР, так впрочем и допустим ну, иммуноцитохимические, например. Антитела в определении, в диагностике вот этих заболеваний, их определение, оно на сегодняшний день ну, становится достаточно ограниченным и большей частью используется тогда, когда возникает необходимость оценки насколько давно произошло заражение у данного конкретного человека то есть попытки определить вот, величины специфических антител попытки определить авидность но ну, чаще всего это используется вот, на этап планирования беременности у собственно беременных и у новорожденных при подозрении на некую врожденную инфекционную патологию связанную ассоциированную с этими возбудителями Uh, вирус Эпштейна-Бар, uh, там да, используется определение комплекс, целого комплекса, то есть это ПЦР плюс антитела, об этом немножко подробнее тоже будет сказано, когда до него дойдем. Uh, пятый вирус, uh, пятый тип, да, инфекция, да, это точно так же, наверное, как первые и 3 с первого по третий, то есть это действительно ПЦР антитела. Uh, и с использованием, uh, правда, других немножко субстратов, потому что при ЦМВ uh, у взрослых экзантемы бывает крайне редко, у детей экзантема бывает, но ну, там ниоткуда, по сути, по большому счету взять отпечаток, там доминируют немножко другие субстраты для исследования. На, для 6-7 типа на сегодняшний день, uh, да, это ПЦР-диагностика определения генетического материала, и восьмой тип здесь стоит особняком, стоит особняком, потому что для подтверждение диагноза вот, саркома Капаша нужно гистологическое исследование биоптата, образов... биоптата образования. Здесь не полимеразная цепная реакция, не антитела, а именно гистологическое исследование стоит на первом месте, безусловно. Если начинать обсуждать вот с самого начала, с первого-второго типа, то да, наверное, наверное, рецидивирующее течение как таковое. Урогенитальная герпетическая инфекция, поражение центральной нервной системы и э, беременные как бы отдельно, да, независимо от того, урогенитальный герпес или не, или другой локализации, Наверное, вот эти четыре аспекта, они, наверное, на первом плане с точки зрения практической деятельности, то, с чем мы, то, с чем мы встречаемся каждый, э, скажем, ну, практически каждый день, в зависимости от своей специализации, конечно, от тех пациентов, с которыми мы имеем дело. Ну, вопрос, связанный с беременными, я думаю, что мы сегодня, наверное, обсуждать не будем, это, да, это, это отдельная совершенно тема, и этой теме у нас посвящен, вот у нас, например, на кафедре есть целый цикл, вот, э, ну, посвящен, правда, не только герпесу всем рожденным инфекциям, но вот вопрос герпесу беременных, он, конечно, обсуждается там, в первую очередь. Что касается вот рецидивирующего генитального и поражения ЦНС, сейчас мы об этом немножко э, поближе поговорим. Значит, вот в свое время мы пытались посчитать, какое количество классификаций герпетической инфекции существует вообще в природе, ну или можно найти в литературе. Вы знаете, мы насчитали больше 20, сбились со счету, считать перестали. Почему классификаций так много? На самом деле ведь инфекциями, вызванными вирусами простого герпеса, занимаются очень разные специалисты. Ну, дерматовенерологи занимаются, да, безусловно, однозначно. Акушерогинекологи, да, конечно. Урологи, безусловно. Неврологи, да, занимаются. А -а -а -а. Э, ну, кого еще э, можно? Офтальмологи, офтальмогерпес тоже занимаются, уже пять специальностей. Да, инфекционисты, примкнувшие где-то здесь тоже. Шестая специальность по счету. Коллеги, мы все прекрасно понимаем, что каждый смотрит на проблему с точки зрения того, с чем он сталкивается, с точки зрения того, э, как он себе ее представляет. Поэтому, безусловно, классификаций очень много, они разные, и можно встретить совершенно разные обозначения и совершенно разные представления об этом. Ну, я бы, может быть, здесь вот не претендую на то, что это вот истина в последней инстанции, но вот с точки зрения попытки понять, как же развивается инфекционный процесс при гепетической инфекции, ну, может быть, его можно представить так, как вот он сделан на этом слайде. В принципе, в принципе, в общем-то, ничего особо сложного нет, потому что ну, герпетическая инфекция это инфекционное заболевание. А все инфекционные заболевания принципиально Почти все, но развивается по одной и той же схеме. Итак, неиммунный организм, первичная встреча с вирусом, развивается первичная инфекция или острая герпетическая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса первого и второго типа. Как она может протекать? Она может протекать манифестно, то есть иметь некие клинические проявления, да? а может протекать субклинически, то есть клиники никакой нет и можно только найти иммунологические маркеры какие-то, серологические сдвиги, которые будут говорить о том, что да, вот этот вот человек впервые встретился с вирусом, вот у него протекает острая инфекция, но протекает она у него субклинически. Манифестные формы, манифестные формы, они в принципе могут быть типичными и атипичными с точки зрения их проявлений. Типичные формы, они делятся на локализованные и генерализованные. К локализованным формам относят все, что не касается поражения центральной нервной системы и поражения других внутренних органов. Но если у человека нет энцефалита, менингита, чего-то еще, нет гепатита, нет пневмонии специфической, колита, чего-то еще, то тогда это все будет относиться к манифестным, типичным и локализованным формам. Это вот то, с чем мы имеем дело, с чем мы имеем дело практически, вот чаще всего там в 90, наверное, больше, чем 90 случаев, в 90% случаев практической своей деятельности Ежедневно как амбулаторно-поликлинической, так и в стационарной. Атипичная форма, атипичная форма это их э вот, по разным классификациям э 5 или 6, они эти атипичные формы специально не стал здесь показывать на вот на данном слайде эти формы они разработаны и выделены отдельно специалистами в области дерматовенерологии и они основаны так сказать, на том как процесс выглядит с точки зрения вот, специалистов в области дерматовенерологии э, ну я не стал даже их здесь перечислять потому что ну, честно вам скажу там такие названия что вот не всегда можно выговорить легко произнести как-то выговорить манифестные формы манифестные формы и субклинические формы <свят> в конечном счете у подавляющего большинства людей они заканчиваются формированием латентной герпетической инфекции что это означает это вот эти вот все 90 с лишним процентов населения у которых положительно серологически тестируется на наличие иммуноглобулинов g при отсутствии иммуноглобулина ФМ и отрицательной ПЦР с точки зрения вот, вирусов э, герпес 1 второго типа не имеют клинических проявлений. Вирус, как правило, интегрирован в геном, репликации нет, никаких проявлений нет, это на, так называемая латентная герпетическая инфекция, так называемая. При этом нужно понимать, что в ряде случаев, в ряде случаев мы, э, ну скажем так, как очень мало людей, у которых вируса герпеса нет, так, наверное, довольно мало людей, у которых герпетических высыпаний на коже, допустим, ли наслез не было никогда в жизни. В некоторых, ситуациях, в некоторых ситуациях вполне возможно, что латентная форма э, трансформируется в хроническую, в хроническую, то есть тогда, когда наблюдаются рецидивы. Вот здесь можно э, дискутировать по поводу того, э, называть ее просто хронической, называть ее с редкими рецидивами, с частыми рецидивами. Это уже чисто вопрос терминологии. Но в конечном счете, те люди, у которых количество этих э, клинических проявлений, вот этих рецидивов, оно, скажем так, ну ограничено в течение года э и бывает не каждый год но это наверное хроническое с редкими рецидивами люди у которых рецидивируют 6 раз в год и более да это часто рецидивирующие в течение э герпетической, э герпетической инфекции ну Поскольку речь зашла об острой инфекции э, герпетической, да, первого-второго типа, возникает закономерный вопрос: хорошо, а, скажем так, ее проявлении, э, что чаще бывает, манифестные или субклинические формы. Ну вот, э, вот эта картинка сделана на, э, не нами, она взята так сказать, из источника, э, вот, который тут указан. Это вот острый герпетический стоматит, э, типичная картина острой инфекции, э, так сказать, верхнего, так называемого верхнего этажа. Это такое жаргонное немножко выражение, это есть герпес либиалис, герпес назалис, в отличие от урогенитального герпеса. Ну, в подавляющем большинстве случаев это вирус герпеса первого типа. Так вот, обычно, когда мы эту лекцию читаем очно да, нашим слушателям, которые у нас учатся или на выездных каких-то циклах, обычно я аудиторию спрашиваю, что вот скажите, пожалуйста, да, вот вот видите картину острого герпетического стоматита, да, люди встречаются с вирусом простого герпеса достаточно рано в своей жизни, да, учитывая пути передачи, в том числе контактные в быту, да, в семье. Скажите, пожалуйста, может ли кто-нибудь из вас Вспомнить, что у него у самого был такой эпизод, или а э, по таком эпизоде, о таком эпизоде рассказывали его родители. Потому что ведь, смотрите, здесь картинка не ограничивается э, поражениями плос, просто, да, вот переходные каймы чего-то, да, это процесс, по сути дела, затрагивающий слизистую оболочку полости рта. То есть, это реально стоматит, а не э, хилит или что-нибудь или какой-то другой э, локализованный процесс. Я э, могу сказать, что вот задавая такой вопрос, я практически никогда не слышал ответа, что люди это помнят, или им кто-то об этом рассказывал В принципе в принципе это заставляет предполагать что с учетом вот такой широты распространенности инфицирования людей все-таки наверное острогерпетическая инфекция чаще всего протекает субклинически изначально. Формируя в дальнейшем латентную форму и только участие людей, формируя э, либо изначально хронические формы, либо, в, либо потом трансформируя в хронические формы. Все -таки. Действительно, действительно, да, и у иммунокомпетентных лиц манифестная форма может протекать вот так: она будет отграничена во время. На фоне терапии будет ограничена еще быстрее. Э, действительно, э, видите, поражение достаточно обширные, достаточно обширное. Ну и, конечно, если речь идет о больных с иммунодефицитом, то, конечно, здесь может развиваться и некротическое поражение, и дополнительное присоединение бактериальной флоры, что, в общем-то, тоже не улучшает ни течение, ни прогноз у этих пациентов при развитии острой герпетической инфекции. Ну, это вот э, другая сторона, если можно так выразиться, медаль это вот урогенитальный, генитальный герпес, который тоже достаточно в подавляющем большинстве случаев ассоциирует все-таки с вторым э, типом да, вируса. Хотя вы видите, что примерно в 15% случаев может быть ситуация, э, ну, скажем, противоположная, да. Э, верхний этаж второй тип, нижний этаж первый. Это тоже, в общем-то, достаточно известно и, так, известно и так бывает. Каких-либо вот значимых особенностей течения и клинических проявлений в зависимости от типа, по большому счету, по большому счету принципиально, в общем-то, на сегодняшний день не выявлено. Если говорить о тех подходах, которые используются в диагностике на сегодняшний день и которые целесообразны, ну мы с вами прекрасно знаем, что, например, вот герпес-любиалис, герпес-назалис для того, чтобы такой диагноз поставить, не требуется по большому счету лабораторного подтверждения собственно говоря, это прописано и в федеральных клинических рекомендациях. Вот 2016 года они не утратили своего, так сказать, своего значения, хотя ныне вот по планам Минздрава в 2019 году вот эти же эти рекомендации подлежат обновлению. Три года прошло, их нужно обновлять. Пройдет три года, их нужно будет обновлять. Диагноз устанавливается по клиническим проявлениям по их наличию. Другое дело, что, например, урогенитальный герпес, то он, конечно, конечно, по идее, он требует лабораторного подтверждения. Э, и это лабораторное подтверждение практически всегда реализуется. И э, в тех же федеральных клинических рекомендациях написано, что, написано, что исследуется. Да, и, в общем-то, в общем-то, вы видите, что да, визикулы, смывы, мазки, отпечатки, соскобы, все что угодно, биологические жидкости, секреты, да, биологическими методами разными ну, в зависимости от того, что, скажем так, доступно, э, есть доступно, что сертифицировано, что сертифицировано и что доступно с точки зрения исследования образцов, наибольше ну, всего. Что касается определения антител, антител, э, ну, федеральные клинические рекомендации пишут, что да, с целью выявления, так сказать, специфических антител используется иммуноферментный анализ. Ну, э, повторю, что в принципе, в принципе, э, по большому счету, определение антител ну, может иметь некое значение на этапе планирования беременности, в ходе ее может иметь значение. Вот. может иметь значение у детей с врожденной герпетической инфекцией, протекающей субклинически, что, в общем-то, является нонсенсом, по большому счету, потому что герпетическая врожденная инфекция, манифестные формы являются доминирующими. Ну, в клинических рекомендациях написано, что при частоте рецидивов показано обследование на вич-инфекцию, ну э э э рецидивирующее течение любого инфекционного заболевания вообще это требует обследования э с точки зрения э поисков возможного иммунного дефицита или иммунодисбаланса и, конечно, здесь на первом месте всегда будет стоять э на сегодняшний день будет стоять исследование э на э наличие отсутствия вич-инфекции э ВИЧ у данного конкретного человека если говорить о тех э, подходах терапевтических, которые рекомендуются, то тех же самых клинических рекомендациях. Почему я ссылаюсь вот именно на, на рекомендации на рекомендацию по генитальному герпесу? Э, дело в том, что э, эти клинические рекомендации, ну скажем так, они немножко новее национальных рекомендаций по герпетической инфекции у взрослых, э, как таковой. Они э, э, эти 16 -го года а герпес у взрослых 15, эти немножко поновее, немножко, так сказать подходы они могут быть распространены и на неурогенитальный герпес совершенно, совершенно ну, спокойно справедливо и это будет правильно с точки зрения терапии на что бы я хотел обратить ваше внимание ну, вот препараты которые препараты, применяются для лечения они очень хорошо известно, очень хорошо известно. Применяются не одно десятилетие. Очень большое количество э, клинических исследований, э, исследований проведенных э, двойных слепых плацебо контролируемых. И пожалуй, вот обратите внимание, что вот три препарата, три препарата, первичный клинический эпизод генитального герпеса, точно так же, как первичный эпизод герпеса другой локализации, если речь идет о локализованных формах. Три препарата, да, ацикловир, валоцикловир, фамцикловир, имеют степень рекомендации А. То есть для этих препаратов однозначно доказана их, их, их эффективность. Однозначно доказана. При этом, при этом доказана эффективность с точки зрения и применения их в соответствующих дозах и соответствующими так сказать, кратностью в течение дня и соответствующими курсами. То есть на сегодняшний день, в принципе, в принципе, эти схемы, они их очень хорошо отработаны, они себя очень хорошо рекомендуют. Опять же, если зарекомендовали, хорошо работают, если речь идет о первичном эпизоде, которого никогда ранее не было. То есть подход на сегодняшний день достаточно ясен и понятен, и, в общем-то, с ним никто, по большому счету, сегодня не спорит точки точки зрения рецидива, речь идет здесь о рецидивах э, меньше, чем 6 раз в год. То есть не часто рецидивирующие течение, а все-таки вот, рецидив, э, скажем так, с редкими рецидивами однократно, там 2-3-4 раза в год. Рецидивы, рецидивы лечатся, собственно говоря, теми же самыми препаратами, теми же самыми препаратами. Ну и, э, скажем так, что по большому счету, по большому счету дозы этих препаратов, дозы этих препаратов и их э, продолжительность назначения, она даже меньше, чем это было указано для первичного, для первичного эпизода. Э, почему? Почему? Ну, в принципе, в принципе, тому есть объяснение, когда у рецидивирующего течения мы сейчас э, дойдем, и, в общем-то, ну, <сёк> может быть, будет чуть-чуть более понятно, почему так. <сёк> э, с точки зрения подходов э, к терапии э, рецидивирующего герпеса и вот его частых рецидивов любой, его, локали, любой локализации. На сегодняшний день существует несколько таких общих подходов, принципиальных подходов к этой терапии, из которых на сегодняшний день достаточно широко применяется, достаточно широко применяется так называемая длительная супрессивная терапия. Эта длительность супрессивной терапии основана на продолжительном применении противовирусных препаратов, противовирусных препаратов в достаточно больших разовых дозах, но с уменьшенным суточным количеством э, получаемого препарата. Здесь вал и фан циклавир стоят на первом месте, а от на втором. То есть здесь немножко меняются приоритеты да, у этих препаратов. Что здесь особенного? Особенность является то, что длительность приема вот этих препаратов, она действительно определяется индивидуально. Здесь нет таких вот рекомендаций ни в зарубежных клинических протоколах, да, протоколах лечения, ни в отечественных, которые бы говорили, что вот терапия должна начинаться и продолжаться там два месяца или три подряд без какие бы то ни было перерывов, эффективность оценивается этой терапии по минимум двум рецидивам то есть оцениваются сроки исчезновения клинических проявлений продолжительность ремиссии между рецидивами если продолжительность ремиссии увеличивается есть смысл рассматривать вопрос о сокращении доз или о прекращении этой терапии вообще, и дальше отслеживать уже будут рецидивы, не будут, когда они будут, чем будут сопровождаться и так далее. На самом деле, на самом деле, это довольно сложная э, терапия, довольно сложный подход, хотя на сегодняшний день, э, ну вот, например, в лечении часто рецидивирующего урогенитального генитального герпеса, это, например, основной подход в терапии с точки зрения вот, возможностей... Э, э, Скажем так, обеспечить ну, длительное подавление вируса, обеспечить возможность, собственно говоря, вот, зачатия его там и рождение ребенка без герпетической инфекции. У беременных есть некоторые особенности. Можно, в принципе, здесь сказать о том, что. В основном э эта терапия, конечно, не в начале беременности, не в первой половине, в основном эта терапия в последние 4 недели. Это действительно ацикловир, и здесь две схемы, две схемы э различающиеся по разовой дозе и по кратности приема по большому счету. И здесь э, есть смысл рассматривать вопросы, связанные с кесаревым сечением, то есть с разрешением не через э, естественные родовые пути. Э, это, конечно, в большей степени прерогатива решения этих вопросов, конечно, акушеров-гинекологов, да, но, тем не менее, на сегодняшний день вот существует такая, такая позиция, прописанная в том числе в клинических рекомендациях что вот кесарево сечение для профилактики именно вот неонатального герпеса, который, как правило, протекает крайне тяжело, конечно, да, если первичный эпизод после 34 недели, да, существует необходимость планировать кесарево сечение, поскольку действительно существует риск контаминации плода в интернатальном периоде, то есть, если вирус есть в родовых путях к моменту начала родов, то пока плод проходит через родовые пути, то есть, пока идет этот процесс, плод соберет на себя Безусловно, все, что находится в родовых путях, включая вирус герпеса. Безусловно. Учитывая так сказать, иммунный статус новорожденного, то это, ну, скажем так, чревато довольно серьезными последствиями, собственно говоря. Вот. Да, безусловно, есть ситуации, когда кесарево сечение может быть противопоказано, или пациент может отказываться от него, от кесаревого сечения как от оперативного вмешательства и требовать разрешения через естественные родовые пути. Но да, в этой ситуации возникает необходимость терапии и матери и начинать терапию превентивно, не дожидаясь, пока будет клиническая картина у этого новорожденного, потому что да, мы иначе рискуем просто-напросто получить. Герпетический энцефалит новорожденного с вытекающими отсюда всеми негативными последствиями. Еще одна форма, которая вот, э, встречается, да, но, впрочем, достаточно редко, хотя встречается вот действительно у детей. Это герпетический энцефалит, вызванный вирусами 1 второго типа. И достаточно часто его ассоциируют все-таки с первичной инфекцией. То есть, получается, речь идет о чем? Да? Большинство первичной инфекции – это э, субклинические формы, меньшинство – это редкость. Да? Но 30% манифестных форм, получается, что это проявление энцефалита. То есть, это все-таки проявление у тех людей, у которых есть определенный иммунный дисбаланс, причем достаточно выраженный. Ну, что интересного и характерного для этого герпетического энцефалита, что используется на практике вот, специалистами, инфекционистами, специалистами по нейроинфекциям, неврологами, педиатрами, неонатологами, достаточно характерным является вот, поражение височной доли, которое хорошо видно на КТ или МРТ, и которое тоже имеет свои определенные клинические признаки с точки зрения очаговой симптоматики, то есть люди, которые занимаются такими пациентами, в принципе при осмотре, ос, при осмотре этого пациента в виде соответствующей неврологической математики уже могут сделать предварительный такой вывод о том, что да, речь идет об энцефалите, да, и скорее всего энцефалит э, носит, э, имеет герпетическую природу, вызванную первым-вторым типом простого гербиса. Да, такой э, есть особенность его. Конечно, терапия вот этих э, генерализованных форм, да, э, нелокализованных генерализованных, конечно, она имеет свои особенности, безусловно. Вот. Они тоже на сегодняшний день достаточно хорошо, эта терапия, изучена, поскольку патология не является уж прямо уж такой совсем редкой. Вот. И да, видите, что все равно препарат выбора здесь все равно ацикловир, только вводится он уже внутривенно, парантерально. И, безусловно, здесь, конечно, ключевое значение – это да, начало этой терапии как можно раньше по предварительному диагнозу, по предположению о том, что это может быть действительно герпетический энцефалит. То есть дожидаться, когда будет получен некий лабораторный ответ, ну, по большому счету, большой необходимости, в общем-то, нет. Можно просто потерять время. Хотя, хотя, с точки зрения технологии выполнения, допустим, тоже полимеразной цепной реакции, ну в 9 утра там взяли какой-то образец, к 2 часам дня будет ответ, собственно говоря, 5 часов по времени, но тем не менее эти 5 часов желательно, конечно, тоже, тоже не терять. Действительно, действительно, это достаточно продолжительная терапия, причем предложительная терапия именно внутривенного введения препарата. Действительно, это действительно требует вот это внутривенное применение цикловер, оно требует э, оценки э, состояния функции печени и функции почек, потому что при внутривенном э, введении таких доз такие проблемы могут возникать. Ну, и э, как бы критерий, э, отмены вот этой э, терапии, критерий, это действительно Разрешение стабилизации неврологических нарушений может быть, да, и отрицательный результат э, ПЦР-исследований спинно жидкости. То есть, косвенный признак прекращения, э, косвенный признак прекращения репликации этого вируса. Да, мы же не вирусологическим методом работаем, размножается, не размножается, а оцениваем полимеразную цепную реакцию. Причем в данном случае ее оценка, скажем так, качественно предпочтительнее, чем количественно. качественное исследование немножко более чувствительны, чем количественные. Если говорить о рецидивирующем герпесе, об одной из этих стратегий, да, о вирусопрессивной терапии, об одной из этих стратегий мы уже начали говорить, да, о том, что это вот ацикловир в соответствующих дозах, регулярная оценка его эффективности, да, Оценка изменения доз, уменьшение этих доз при достижении эффективности, отказ полностью, если это действительно максимально эффективно. Если неэффективно, есть смысл рассматривать замену препаратов, поскольку прекрасно известно о том, что существуют отскловируэссистентные штаммы вирус простого герпеса и собственно говоря рецидивирующее течение герпетической инфекции оно <coughs> заставляет предполагать что в общем-то у этого человека сформировался уже ацикловирустойчивый штамм что в принципе его мешало бы полечить чем-то другим изначально что в общем-то имеет свое основание как бы думать о том что помимо иммунного статуса может иметь значение наличие ацикловирорезистентного штамма есть этапное лечение, этапное лечение, которое используется в нашей стране. В нашей стране во всяком случае. Ну вот о том, чтобы именно такие, такой подход где-то вот пропагандировался, пропагандировался за рубежом, я например такого не встречал. Вот, в нашей стране это есть такой подход которые подразумевают под собой комбинацию действительно терапии, то есть когда используются противовирусные препараты, иммуноориентированные препараты, то есть эта терапия она осуществляется как во время рецидива, так и в рецидивный период. И э, эта терапия она изначально предполагает поиску человека того звена в иммунной системе, который является пострадавшим изначально. Э, ну и, соответственно, если такое звено находится, то разрабатываются стратегии, как же воздействовать на это звено, то есть восполнять некие дефициты э, или стимулировать выработку чего-то своего какие-то э, другие подходы комплексные э, в сочетании вот с противовирусной терапией в период обострения и с расширением, так сказать, вот этой иммуноориентированной терапии э, в период ремиссии. Это очень э, сложная, э, очень сложный подход, очень сложный подход, требующий действительно индивидуального подхода. И заключительным э, этапом вот этой терапии является вот э, применение вакцин, применение вакцин э, для э, того, чтобы увеличить вот эти промежутки между э, рецидивами и в идеале, конечно, ну скажем так, избежать э, в течение доп, теч рецидива, допустим, на протяжении э, нескольких лет в идеале. Э, это действительно терапия, требующая индивидуального подхода, поскольку даже если мы... Обратимся к инструкции производителя по поводу того, как вводится вот герпетическая вакцина в этих случаях, и обратимся к клинической практике применения, то мы увидим, что введение, так как пишет производитель в своей инструкции, оно, к сожалению, в достаточно большом количестве случаев первое же или второе введение этой вакцины вызывает новый рецидив э, заболевания и так сказать, потребность опять назначения противовирусных препаратов. Ну, в принципе, в принципе, таких методик на сегодняшний день введения этой вакцины, э, если мне память не изменяет, около десятка, то есть как это вводится по-разному, ну, коллеги, как вы, наверное, прекрасно понимаете, метод хорош в руках исследователя, да, тот, кто этим занимается, тот, конечно, знает все нюансы того, как это, как это делается э, в его конкретной практике. Здесь, здесь, вот это э, вот этапную терапию, да, учитывая то, что применяется потом и вакцина с точки и для лечения, для лечения, здесь, конечно, это действительно индивидуально ориентированная терапия, которая, ну, скажем так, на поток, наверное, Поставленной быть не может ну получается как бы весь остальной мир да и тот кто не использует индивидуальную вот эту этапную терапию они в основном ориентируются на вирус-супрессирующую на вирус-супрессирующую терапию на эти схемы если говорить о третьем типе герпес зостер, да, третий, третий тип герпетических инфекций, ну, наверное, ветряную оспу из тех, кто вот сейчас в аудитории, наверное, ветряную оспу видели все. Вот. я так думаю, что, наверное, большая часть помнит, как, она сама, как, они сами ветряной оспой болели. Я болел ветрянкой в школе, уже, скажем так, подросткового подростковом возрасте. Я прекрасно помню, что это было до сих пор. Вот, насколько была выражена интоксикация, насколько, сколько было это экзантема, насколько было все это, ну, скажем так, реально тяжелое, да, хорошее такое классическое инфекционное заболевание с экзантемой, в общем-то. Ну, вот э, большого, наверное, нет смысла рассказывать о клинической картине. Единственное, на что, может быть, хотел бы обратить внимание, э, я думаю, что все видели, наверное, представляют, на что бы хотел обратить внимание. Вот если посмотреть на пациента, вот он здесь раскрашен, да, если бы вот не было этой краски, что может, что обращает на себя внимание? Здесь вот у пациента присутствует одновременно на том, одном и том же анатомическом участке, да, вот на лбу у него присутствуют разные первичные элементы, да, вот здесь есть пятна, да, здесь есть пузырьки. Да, здесь уже есть э, корочка, ну, корочка вторичный элемент. Да, а пятна, ну, повнимательнее, если там э, посмотреть, но ну, вот это вот, наверное, э, все-таки папула уже. Но ну, вот здесь, э, наверное, пузырек, да, а вот это вот, наверное, все-таки папула. Вот это вот э, один из таких характерных признаков именно для ветряной оспы, э, наш, ну, для заболевания, которое распространено в наших э, широтах. да. Это вот так называемый истинный, истинный полиморфизм сыпи, э, во-первых, да, разные первичные элементы на одном участке и идентичные элементы такие же до слизистых оболочках э, видимых слизистых оболочках и на волосистой части головы то есть они абсолютно одинаковые да и вот это один из таких можно сказать патогномоничных признаков Наверное, наверное, в очагах ветряной оспы, если осуществлять обследование, мониторинг лиц, контактировавших с пациентом, наверное, можно найти случаи субклинического течения ветряной оспы, то есть без клинических проявлений. Но, честно говоря, вот за свою жизнь, сколько я больных видел ветрянкой, я что-то ни разу не видел пациентов, у которых была субклиническая форма ветряной оспы. Ну, возможно, это есть, но, скажем так, э -э с практической точки зрения, как бы мы с этим пока еще не сильно встречались. Почему я об этом вспомнил и почему об этом сказал? Э -э значит, э -э в этом году, буквально вот э -э очень недавно э -э вышли в свет э -э -э санитарные правила профилактика ветряной оспы опоясывающего лишая. И вот в этих санитарных правилах э -э, специалистами в области эпидемиологии дана вот характеристика того, что такое ветряная оспа, и написано, что есть субклинические формы, написано, что нужно лиц в очагах обследовать определенными способами, иммуноглобулин вводить и так далее и тому подобное. Но сейчас мы до этого дойдем, до вопроса в лечении профилактики, но будет, скажем так, может быть, немножко понятнее, почему я об этом вспомнил, почему я об этом сказал. Ветряная оспа действительно может протекать тяжело, ну, понятно, что понятно, что мягкие ткани, мягкие ткани у этого пациента съел не вирус, понятно, что их съела присоединившаяся бактериальная, уничтожила присоединившаяся бактериальная флора. Речь, речь, конечно, идет о крайне тяжелом течении ветряной оспы. как правило, это люди, имеющие некий иммунодефицит. И если у э, больных э, с иммунодефицитом, например, вич происхождения в тех странах, где занимаются профилактикой э, вот медикаментозной вторичной инфекции, увидеть практически невозможно то, например, вожденную э, неонатальную ветряную оспу с тяжелым течением или ветряную оспу у детей раннего возраста с тяжелым течением с энцефалитом и вот с такими проявлениями встретить можно до сегодняшнего дня. Конечно, это крайне тяжелое течение заболевания. То есть ветряная оспа, э, с одной стороны, да, э, достаточно широко распространенная и в принципе легкое заболевание, но только в принципе. Только в принципе. Э, всегда есть... Э, случаи которые протекают крайне тяжело ну вот это еще одна ситуация это рецидив ветряной оспы то что называется опоясывающий лишай это один и тот же возбудитель это рецидив отличающийся от ветряной оспы, как правило, как правило локализованным все-таки распространением этих элементов и, и несколько другой динамикой их развития и различающийся ключевыми жалобами больной с ветряной оспой он ну как, у него основная жалоба это проявление общей инфекционной интоксикации. Слабость, там боли в мышцах, в суставах, головная боль, высокая лихорадка, занобит, трясет и так далее. У этого человека ничего не болит, только за исключением, ну может быть, там каких-то более неприятных ощущений в горле при глотании, потому что, ну вот, быстро вскрываются те элементы, которые находятся на слизистой табалочки полости рта. У больной с опоясывающим лишаем у него совершенно другая основная жалоба. У него жалобы на болевые ощущения ощущения, Боль либо по ходу нервного ствола, либо боль в области локализации нервных ганглиев. То есть там на первом плане стоит у человека боль, причем боль иногда такая, которая требует применения очень серьезных обезболивающих препаратов. Редко, но дело да, может доходить до наркотических, анали... наркотических анальгетиков опоясывающий лишай может развиваться в принципе на любо, может иметь любую локализацию может любить любую, лока, любую локализацию но понятно что если локализуется процесс на голове если вот этот процесс локализуется на голове это не есть хорошо потому что ну уж слишком много органов которые обеспечивают человеку его функционирование вот ну как социально, ну, как социального объекта скажем так с одной стороны с другой стороны опоясывающий Лишай э, на голове, на голове может быть предвестником развития развития э, энцефалита и менингита герпес человека, то есть он может предшествовать ему. Ну вот несколько раз на своей в своей практике я с таким сталкивался, что у пациента начиналась картина с сопутствующего лишая э, на волосистой части головы и достаточно быстро трансформировалась в кармическую картину менингита, э, энцефалита видел такое было. Да, действительно, опоясывающие лиша у него бывают рецидивы как таковые, которые требуют терапии. И с точки зрения терапии, да, здесь, в принципе, те же самые препараты, та же группа от его предшественников и аналогов. Вот. Но, к сожалению, у этих пациентов достаточно часто развивается постгерпетическая невралгия. И это, конечно, сфера, сфера в первую очередь, деятельности вот, наших специалистов, наших коллег-неврологов с тем, что же делать все-таки с этим болевым синдромом, учитывая то, что инфекционный процесс, инфекционный процесс к этому моменту у больных практически закончился. То есть противовирусной терапии таких больных если она уже была проведена, если она уже была проведена, против ее продолжение не имеет своих преимуществ, не дает ничего, кроме, так скажем, ну, представления о том, что пациент получает терапию. Диагностика на сегодняшний день, опять же, даже исходя из нынешних санитарных правил, да, диагностика на сегодняшний день требует столько, когда речь идет о сложных каких-то случаях. Вот. И на сегодняшний день предлагается проводить верификацию диагноза лабораторного, это э, в случаях ветряной оспы у привитых и в случаях э, повторного заболевания ветряной оспы человека, который ей переболел. Ну, довольно такой оригинальной э, формулировки, э, учитывая, что, э, в общем-то, количество людей, привитых от ветряной оспы у нас э, в стране ограничено ветряная оспа у привитых, я, честно говоря, не знаю, когда мы это увидим в достаточном количестве, чтобы говорить, что это ветряная оспа у человека. Вот. Ну, наверное, когда начнем заниматься глубоко динамикой в очагах, там, отслеживанием очагов. Несколько методов предлагается в этих санитарных правилах, и вирусологические и другие, но на практике на сегодняшний день все равно это полимеразная цепная реакция, это самое простое, если есть высыпание мазки отпечатки, нет высыпания биоптата, биологические жидкости, то есть все, что можно получить от больного, но если есть высыпание, конечно, это высыпание, чего, зачем искать возбудителя где-то еще, если его нужно искать именно здесь. С точки зрения театропной терапии, ну, как правило, как правило, легкие, средне ветряная оспа, она в терапии не нуждается у лиц, ну, скажем так, с нормальным прямобидным фоном, да, практически здоровых лиц. Собственно говоря, ну, большого эффекта от применения противовирусных препаратов таких людей на практике не видно. Конечно, конечно, тяжелые течения, да, или вот пациенты, допустим, гематологические, получающие иммунодепрессанты, ВИЧ-инфицированные, там, другие категории пациентов с иммунодепрессией, конечно, они нуждаются в театропной терапии, потому что, да, там некогда ждать, сработает у человека иммунный ответ или нет, и как он сработает, этих людей надо просто, конечно, прикрывать. Вы видите, что здесь доза ацикловира разовая не 200 мг, а 800, да, и, соответственно, доза не грамм в сутки, а 4 грамма. То есть дозы, конечно, намного больше. Вот. Конечно, когда речь идет о поражении центральной системы, здесь уже, безусловно, от приема таблетированных препаратов, конечно, переходит на парантеральные средства с возможным продолжением приема пероральных препаратов в зависимости от ситуации. Ну и есть в качестве вот такого способа, упоминаемого способа терапии применяемого, это вот нормальный человеческий иммуноглобулин, который содержит, в большинстве своем содержит некий антитела к вот этому вирусу, но на практике нормальный человеческий иммуноглобулин применяется не так уж часто при лечении больных. Вы знаете, что все иммуноглобулины это вообще очень дорогое мероприятие по своему изготовлению, довольно редко. Ну, вот вопрос, связанный с профилактикой, в том числе с профилактикой и плановой, да, и профилактикой экстренной в очагах. Ну, вот видите, есть пассивная и активная. Да? Активная профилактика вот это живые ослабленные вакцины. Они же для экстренной профилактики может, при, могут применяться. Это вот есть в нашей стране зарегистрированы две вакцины, да? которые для этого могут применяться. Но ну, есть такая надежда, что в ближайшие год-два вакцина от э, ветряной оспы будет введена в национальный календарь в целом. И тогда, конечно, в масштабах страны ну, скажем так, мы будем иметь ситуацию, когда ветряной оспа будет намного меньше, чем она есть, и, конечно, тогда вопросы, допустим, с ветряной оспой у беременных, они, ну, просто отпадут, скорее всего, точно так же, как сейчас практически, ну, минимизированы вопросы какие-то связанные с синдромом врожденной краснухи там или с врожденной кори. Но, но пока у нас нет этого в национальном календаре, соответственно, есть только отдельные категории, которые Вакцинируются, ну, в частности, призывники да, по национальному календарю подлежат этой вакцинации. Ну да, для вооруженных сил это имеет действительно значение. Поскольку это большие коллективы, да, там нужно, чтобы поддерживался определенный уровень коллективного иммунитета и не развивалось ни вспышек, ни каких-то там эпидемий с нарушением боеготовности, боеспособности армии. Донорский иммуноглобулин может использоваться нормальный. И с точки зрения терапии и профилактики предлагают санитарные правила использовать иммуноглобулин специфический. Но Иммуноглобулин специфический, э, варицеллозостерный, да, иммуноглобулин НДЖ. они, насколько я знаю, я вот пытался вот буквально сегодня поискать на просторах интернета отечественного, э, есть ли вообще в нашей стране, в общем-то, мне найти не удалось, есть ли он в наличии. Э, во всяком случае, вот в 2017 году, когда начинали разрабатывать вот санитарные правила по профилактике ветряной оспы, тогда он еще вообще не был сертифицирован, по-моему, не сертифицирован еще в этом году в нашей стране, поэтому ну, будем сертифицированным, будем искать источники финансирования для того, чтобы его закупать, для того, чтобы вводить беременным, заболевшим ветряной оспой, новорожденным, родившимся от этих детей, когда все его сертифицируют. Эпштейн-бар вирусная инфекция. В нашей стране, в нашей стране, в европейской части, в Европе вообще в целом, эпштейн барвирусной инфекции ассоциируется с выражением инфекционный мононуклеоз, классика инфекционного мононуклеоза эпштейн бар вирусной инфекции. эпштейн бар инфекции инфекция в Африке ассоциирована совсем с другим заболеванием, в частности с лимфомой Беркита. В Юго-Восточной Азии в Китае Эпштейн-Бар вирусная инфекция ассоциирована с назофарингиальной канциномой. На сегодняшний день, да, Эпштейн-Бар вирусная инфекция принимает, известно, что принимает участие в развитии э, нескольких э, других инфекционных заболеваний. В частности, это кофактор для ВИЧ-инфекции, э, кофактор для ЦМВ, для вирусных гепатитов. Это действительно проблема, которая сегодня э, инфекционный мононуклеоз, который раньше называли, э, раньше называли поцелуйная болезнь, э, возбудитель передается вот, воздушно-капельно при тесном достаточном контакте. Э, по большому счету, вот, э, у людей молодого возраста, которые болеют инфекционным монуклеозом как правило, по большому счету у этих людей, когда у них нет, э, они практически здоровы, нет э, каких-то сопутствующих заболеваний, это классический инфекционный мононуклеоз с общей инфекционной интоксикацией, с поздним острым танзелитом, полилимфоденитом, гепатолеинальным синдромом, гематологическими сдвигами, собственно говоря. Вот. И, в принципе, инфекционный мононуклеоз, наверное, тоже многие из коллег, наверное, тоже видели, в общем-то, наверное, не один раз. В общем-то, больших сложностей с точки зрения диагностики, терапии, лечения не вызывает. Но вот действительно гематологический синдром достаточно хорошо в этих больных Выражен, да, на что бы хотел обратить внимание, что в начале заболевания, в начале это классичес, классическая вирусная инфекция с лейкопенией, да, относительным лимфоцитозом и появлением плазматических клеток, клеток, продуцирующих большое количество антител. Да. А только где-то к концу первой недели заболевания появляется вот эта характерная картина, гиперлейкоцитоз и гигантское количество э э э э э одноядерных клеток, клеток Пфейфера, да, так называемых атипичных мононуклеаров. На что следует обратить внимание? Значит, у пациентов, которые перенесли... Первое. Значит, инфекционный мононуклеоз является клиническим показанием для обследования на ВИЧ-инфекцию при постановке этого диагноза через 3 месяца. Это первое. Второе. Человек, который перенес инфекционный мононуклеоз на протяжении как минимум следующего года при любом остром респираторном заболевании имеет полное право иметь в, периферии, иметь периферической крови появление некоторого количества э, мононуклеаров. Их, конечно, не будет там 80-90%, их может быть там меньше 10, меньше 10. Эта ситуация не должна рассматриваться как рецидив мононуклеоза. Это результат поликлональной активации после перенесенного острого заболевания, затрагивающего бой лимфоцит. Э, если эта картина не сопровождается, конечно, какими-то другими проявлениями, которые характеризуют хронические, хронические формы мононуклеоза. С точки зрения диагностики, ну вот как минимум 4 антигена, по 2 класса антител на каждый антиген, 4 плюс 8 уже 12, вот 12, как минимум 12 маркеров перенесенной инфекции, плюс к этому ПЦР различных субстратов, да, ну и мы получаем почти два десятка маркеров, которые могут быть использованы в диагностике этого заболевания, но... На практике с точки зрения вот острого инфекционного монуклеоза, да, действительно чаще всего, раньше всего капсидный антиген, да, э, ранний антиген и ядерный антиген к нему вырабатывают специфические антитела. Ну и вот на сегодняшний день с точки зрения э, антител, да, это антитела к капсидному антигену лучший маркер, да, действительно появляются в первой неделе, пик там на третьей-четвертой неделе, потом они должны пропадать крайним, да, тоже выявляются достаточно большого количества людей, то есть совокупность этих методов, в принципе, перекрывает, вот с точки зрения оценки острого процесса, перекрывает потребности в диагностике на да, вот эти вот антитела к антигенам, к вот этим двум антигенам. Ну, считается, что если эти антитела циркулируют вот дольше, чем там три месяца, то это некий признак хронизации процент, процесса, да, и формирования возможно хронического мононуклеоза. Ну, и полимеразная цепная реакция, которая сегодня 동лиante, достаточно широко применяется. Кровь, моча, слюна, различные другие субстраты. Здесь, конечно, есть очень большое количество разных мнений по поводу того, что из них ценно, что из них максимально ценно, и как же это ценно оценивать. Как к этому относиться? Ну, нужно понимать, что лабораторные исследования являются догматом, да, и определение генетического выявления некого генетического материала где бы то ни было, да, равно как некоего антигена, не привязанное, скажем так, к клинической картине и каким-то другим показателям, является всего лишь отражением наличия этого возбудителя в организме человека, да, и причем неизвестно, он имеется до сих пор или нет, если мы проводим исследования однократно. Если говорить о хроническом э, мононуклеозе, о да, хронических формах и обратиться, допустим, к ну, вот, классическим источникам, то э, без острого мононуклеоза в ближайшем анамнезе, в, в последние полгода, да, причем верифицированным диагностированным, без острого мононуклеоза хроническом мононуклеозе говорить не приходится. То есть критерии 1988 года э, издания, да, то, в общем-то, не было острого мононуклеоза документированного в анамнезе. Какой может быть хронический мононуклеоз? Хотя, хотя конечно, нельзя отрицать, что это может быть может быть но такую картину именно хронического нуклеоза как инфекционного заболевания чаще видят педиатры нежели взрослые нежели взрослые специалисты что то э, здесь есть еще интересного и на сегодняшний день такого вот э, любопытного, дискутабельного и изучаемого. Э, показано, показано, что э, вирус Эпштейн-Бар достаточно часто, его генетический материал обнаруживается в пунктатах костного мозга у больных некоторыми формами лимфом. Причем э, показано, что э, противовирусная терапия у таких пациентов не, имея, не оказывает никакого влияния ни на лимфому, как таковую, не на саму величину, вот, не на саму вирусную нагрузку. И только пересадка костного мозга решает проблему с лимфомой, и эта пересадка костного мозга, как ни странно, решает проблему из положительной ПЦР. ПЦР становится отрицательным, исчезает на сегодняшний день э вот э наши коллеги гематологи говорят что ну да наверное вирус иммунодефицита человека имеет, имеет отношение вот как триггер да наверное является триггером онкологических процессов но тогда когда онкологический процесс онк онкологически запущен вирус как таковой начинает терять свое значение и как бы процесс существует уже сам по себе инфекционный процесс закончился закончился, может быть, даже и практически не начинаясь, а процесс развития опухоли продолжается и живет по своим законам, не связанным уже с этим с вирусом как таковым. С точки зрения терапии, э, собственно, опять же, точно так же, как и при ветряной оспе у лиц молодого возраста, но инфекционный нуклеоз, по большому счету, не сильно нуждается в театропной терапии, кроме вот тяжелых каких-то тяжелых форм, каких-то тяжелых форм, требующих госпитализации пациента. Тогда применяются да и ацикловиры, и фамвиры, и вирабида, все эти препараты. Но больших исследований клинических, посвященных проведенным проведенных с хорошим дизайном, да, вот доказательным дизайном, больших исследований, показывающих, что в этом есть некое вот такое преимущество, и нужно расширять эти показания там на всех пациентов, таких больших исследований не просто напросто э, не было а, ну, э, у нас была возможность э, посмотреть течение инфекционного мононуклеоза и вот без этиотропных препаратов в свое время там лет наверное 10 наверное уже назад и на фоне э, применения противовирусных средств э, скажем так у лиц молодого возраста практически здоровых без сопутствующей патологии Большого эффекта, скажем так, от назначения этих препаратов мы не видели, за исключением, за исключением, конечно, тяжелого течения, что вот у таких людей, конечно, бывает крайне редко, надо сказать. Один из, одна, из проблем, одна из проблем на практике это избыточное назначение антибиотиков этим пациентам. Ну, здесь сложно практических врачей, в общем-то, по большому счету упрекать, потому что ну, до развития а, типичной клинической картины а, при недостаточно квалифицированном осмотре пациента, при недосмотре, так скажем, ну, пациент может первые, там, скажем, 5-6-7 до да, 7 дней может трактоваться как боль... обычный больной там, с острым респираторным заболеванием или гриппом, при этом а, пациент будет благополучно лихорадить 39, да, и доктор, который его видит там через день, да, будет что-то назначать и видеть, что терапия неэффективна. Но, естественно, возникает у доктора мысль, что не пропускаю ли я что-то, давайте прикроемся антибиотиками. Назначается антибиотик, через два дня больной покрывается сыпью, э, после чего, так сказать, откачевывает в стационар, там, с такси, с, с, с сохраняющейся лихорадкой, откачевывает в стационар с диагнозом токсической, там, дерматит какой-то, там, еще что-то, еще что-то. На самом деле антибиотик нужен пациенту только при наличии бактериальных осложнений, если есть танзелит или развивается бактериальная пневмония. Мания. Действительно, действительно, это в основном бета-лактана, бета макролида, бета макроли, цифалоспорина в основном. А, поскольку у других а, классов антибактериальных средств очень часто там вырабатывают схоловые развивается вот этот а, сыпь у пациентов, а, который, ну, скажем так, не улучшает а, качество жизни пациента, не облегчает жизнь доктора с точки зрения дифференциальной диагностики и с точки зрения купирования вот этих вот Реакций. Лечение хронических форм герпетической э э э эпштейн бар вирусной инфекции, лечение хронических форм ну, скажем так, у взрослых больных на сегодняшний день практически, скажем так, не признается, что они есть требующие такой терапии. Особо это как-то не признано нигде. Что касается детских, детского населения, то да, там применяется комплекс препаратов. Довольно редко применяются какие-то мощные театропные препараты. Гораздо чаще речь идет об иммунокоррегирующей терапии. Гораздо чаще. Но там есть свои особенности, вот, которые, скажем так, ну, выходят за рамки сегодняшнего обсуждения сегодняшних проблем использования этой иммунокоррегирующей терапии. Цитомегаловирусная инфекция пятый тип, антропонозная инфекция тоже в основном, в основном, да, это э, сегодняшняя актуальность, э, это, да, один из вариантов э, инфекционного монуклеоза, то есть э, монуклеоз, вызванный цитомегаловирусом, то есть острое заболевание, похожее на монуклеоз, но с отрицательными реакциями серологическими на э, эпштейн бар вирус и с отрицательной ПЦР, но положительной НЦМВ. Это врожденная цитомегаловирусная инфекция и цитомегаловирусное поражение у больных с ВИЧ-инфекцией, то, что на сегодняшний день наиболее, э, скажем так, актуально. И если вот цитомигаловирус, острая цитомегаловирусная инфекция, это так мононуклеоза, гриппоподобное заболевание, самоограничивающееся, как оно определяется в литературе, то при ВИЧ-инфекции, конечно, клиническая картина цитомегаловирусной инфекции намного более разнообразная, намного более тяжелая. Там на первом месте стоят поражения внутренних органов, из которых, ну, скажем так, самое, наиболее угрожающие это цитомегаловирусная пневмония, которое для начало нужно заподозрить и потом еще, ну, скажем так, лечить достаточно адекватно, интенсивно. Действительно, цитомегаловирусный гепатит у этих больных можно действительно реально увидеть. Гепатит как таковой со всеми синдромами, которые наблюдаются при гепатите. И одно из проявлений это ретинит у больных вич-инфекции, цитомегаловирусного происхождения. Вот здесь я бы хотел на нем чуть-чуть, может быть, заострить внимание. На самом деле, на самом деле, ретинит, ну в нашей стране ретинит и хориоретинит, три основные причины. Это туберкулез, туберкулез, токсплазмоз, цитомегаловирусная инфекция на сегодняшний день. И, и цитомигаловирусный ретинит увидеть у пациента без иммунодефицита выраженного э, в обычной жизни это крайне большая редкость. Поэтому если как бы в аудитории есть коллеги-офтальмологи, если вы увидите пациента, у которого при офтальмоскопии вы предполагаете цитомигаловирусное поражение э, сетчатки, это больной первый кандидат на обследование по поводу э, наличия отсутствия у него ВИЧ-инфекции. Первый кандидат, потому что повторю, цмв ретинит без э, глубокого иммунодефицита, это э, большой нонсенс. И мы, например, в нашем городе, вот за последний год э, у нас в Санкт-Петербурге, мы дважды встречались с ситуацией, когда в одном случае полгода пациента просто не обследовали хориотинит, cmv ЦМВ CMV-хориотинит, на ВИЧ его полгода просто никто не обследовал, потому что не считали нужным почему-то. Ну а вторая ситуация, когда пациент э, имел э, автомископическую картину с мегалюстного хориотинита, принес... Анализ на ВИЧ выполненный неизвестно где отрицательный когда этот анализ переделали, там где делать нужно, нам оказался ВИЧ-инфекция в цветах и красках, иммуноблот в полном разгаре и 4 Б ВИЧ-инфекция по отечественной классификации. Нужно обращать на это внимание. Сегодня в диагностике основной метод исследования снова, опять же, это полимеразная цепная реакция в разных ее модификациях. Все биологические жидкости, лейкоконцентрат, ликвар, все что угодно, все что угодно, специфический на сегодняшний день, их определяют у беременных. Но э, здесь я должен э, сказать, что вот в 2019 году мы вот сейчас планируем пересматривать клинические рекомендации по врожденной цитомегаловирусной инфекции им тоже срок приходит, они 16 -го года. Вопросы, вот, посвященные врожденной врожденной и антителам там, в этих, будут пересматриваться в этой новой редакции клинических рекомендаций. Это будет отдельная тема, в общем-то, для общения. С точки зрения лечения, ну да, острая цитомегаловирусная инфекция в основном протекает субклинически. Манифестные формы монуклеоза подобные, они не нуждаются в противовирусной терапии какой-то. Конечно, у больных ВИЧ-инфекции, да, здесь Речь идет о очень серьезных, о серьезных препаратах и о серьезных дозах, и о серьезных методах введения. Да, и в первую очередь здесь препарат выбора это ганцикловир. У него есть свои показания, в том числе, да, цитомигаловирусный ретинит, да, это показания к назначению ганцикловира, а ничего бы то ни было другого, да. Профилактика цитомигаловирусной инфекции на фоне, вот, лечения цитостатиками, например, да, в определенных концентрациях э, вирусов, в лейкоконцентрате, да, или, или, или в плазме, э, да. И есть э, подходы к этой терапии различные, да, связанные с индукцией, то есть с созданием стартовых доз, да, нагрузочных, да, и дальше там, в поддерживающей терапии. И все будет зависеть, конечно, от длительности проведения этой терапии, будет зависеть от клинического течения, от показателей лабораторных. Да, и если будет наблюдаться снова рецидив, значит, снова придется к индукции возвращаться. К сожалению, к сожалению, мы э, видим такие ситуации. Да, когда даже вот адекватно проводимая терапия ну, не всегда может обеспечить у больных на продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции, э, ну, обеспечить регрессию симптоматики ЦМВ энцефалита ну, это, наверное, в общем-то, ну, закономерно, поскольку пациенты изначально имеют очень, скажем так, низкие параметры иммунного статуса и возможности для, так сказать, формирования адекватного ответа на фоне терапии, да, даже этиотропной. Ну, альтернативно могут применяться вот еще два препарата, там, и Фаскарнет, с примерно одинаковой эффективностью, с точки зрения клинической эффективности. Ну, у них как бы есть плюсы, минусы, да? да, у одного там биодоступность повыше, другой переносится похуже. Ну, в общем-то, альтернатива, в принципе, здесь в этих препаратах есть. Шестой-седьмой тип, шестой-седьмой тип, ассоциированный с так называемыми внезапной экзантемой, разиоловирусы. Что здесь интересного? Ну, интересно следующее. Значит, когда начались Исследование по распространенности этих вирусов в популяции серологическими методами, то есть определением на позитивно-позитивности, оказалось, оказалось, что вот эти э, специфические иммуноглобулины G, к вот этим вот э, контигеном вот этих вирусов, э, в, основном, в основном появляются в возрасте до трех лет, то есть первые три года жизни, да, и по сути дела охватывают всю популяцию человека во взрослом возрасте полностью. В подавляющем большинстве случаев в течение субклинических, иногда бывает клиническая картина, которая вот здесь описана, но пока вы смотрите на нее, да, хотел бы сказать следующее. Ну, когда стало понятно, что это прерогатива детей младшего возраста, раннего возраста, да, по нашим классификациям, возник вопрос, кто же является источником инфекции для таких детей, которые не посещают детские образовательные учреждения, например, да. Ну, кто должен быть источником? Те, кто находится рядом с ребенком, члены семьи. Стали обследовать членов семей, э, уже применяя методы, э, так сказать, определяющие, является человек источником инфекции или нет, то есть э, является, выделяет вирус в окружающей среде или нет. Оказалось, что, в общем-то, общем, -то, в общем -то, назвать родителей, близких, так сказать, к ребенку лиц, назвать их источниками очень-очень далеко не всегда представляется возможным. Откуда возникла мысль о том, откуда возникла мысль о том, что... Может может, быть вирус вирус у человека интегрируется в геном, в том числе интегрируется в геном половых клеток, да, и передается просто-напросто, ну, в процессе зачатия будучи интегрированным в геном, в геном, и потом после рождения ребенка, скажем так, вирус начинает размножаться, вызывает иммунный ответ, что обусловливает сыропозитивность. Это на уровне предположений, предположений, которые имеют единичное подтверждение. Ну вот, Например, на два месяца назад вот на конференции в Институте детской инфекции был доклад наших коллег, которые показали, которые показали в своей работе первое в нашей стране доказательство того, что это действительно так. Им удалось выделить генетическую последовательность этого вируса. Вот из генома выделить у ребенка и один и тот же штамм, секвенировать его, доказать, что это одно и то же. Но это еще проблема, она нуждается в своем дальнейшем изучении. С чем еще э, сталкиваются вот при изучении этой проблемы, сталкиваются с судорожным синдромом и вот энцефалитом. На сегодняшний день, на сегодняшний день, вот эти связь э, с энцефалитами она находится в стадии э, разработок и изучения, потому что публикации по данному поводу э, наблюдений в публикациях ну, максимум 20-22 случая, описывающихся вот как случаи контроль, кейс-контроль, да, то есть мы наблюдали такой случай, потом посмотрели, там, или перспективные наблюдения наблюдали, посмотрели потом, сравнили с теми, у кого мы этот вирус, так сказать, в ликворе генетический материал не обнаруживали. Пока-пока устоявшегося мнения, насколько это актуально, насколько актуально, пока устоявшегося мнения э, в мировом сообществе по этому поводу нет. Ну, вот так выглядит экзантема э, вот у ребенка, при вот этой инфекции, но раньше, раньше до эпохи э, полимеразной цепной реакции, да, но ну, в общем-то такие состояния достаточно часто списывались, ну не знаю, на потницу, там на какой-то дерматит, там мама съела что-то не то, если это ребенок на грудном вскармливании и так далее. Сейчас сказал, что да, это в значительной части случаев шестой э, 7 тип э, герпес. Значит, ПЦР на сегодняшний день тест системной иммуноглобулины М э, в нашей стране нет сертифицированных зарубежных хороших адекватных тоже нет, то есть на сегодняшний день это полимеразная цепная реакция те образцы, которые можно получить. С точки зрения театропной терапии просто-напросто не разработано, не разработано, пытаются в разных вот этих исследованиях, о которых я говорил, пытаются применить и ганцикловир, и ацикловир, и вскорнет, но исследований с хорошим дизайном, учитывая, что та, количество таких пациентов все-таки достаточно ограничено, э, вот в отдельно взятом, допустим, учреждении, да, количество достаточно ограничено, контролируемых больших исследований нет, которые позволяли бы совершенно четко давать рекомендацию на некую уровне достоверности. То есть, все рекомендации здесь, они э, э, категории DC и даже клинических рекомендаций по шестому типу, клинических рекомендаций за рубежом, например, вот, поврожденного э, инфекции, например, просто-напросто нет, поскольку, ну, пока э, коллеги не, не знают, что же они должны рекомендовать-то, на каком уровне, по большому счету. Ну, и последний здесь от, отрезок, да, последний тип, это саркома капша, ассоциированная с ВИЧ-инфекцией. Классика жанра, классика жанра, э, вот так это выглядит, э, единичный элемент. Что бы хотел здесь сказать? Значит, если обратиться к исторической литературе по поводу ВИЧ-инфекции 80-е годы, э, до эпохи антиретровирусной терапии, то саркома капши, э, ее распространенные формы, эфициральные формы, э, после пневмоассыстной пневмонии делила второе-четвертое место по причине летальных исходов у больных ВИЧ. Второе-четвертое место занимало. После того, как появился РВТ, на сегодняшний день саркома капша потихонечку стала отходить, как клиническое проявление от э, вторичных заболеваний по инфекции, стало отходить на второй план. Хотя э, публикации тоже достаточно много до сегодняшнего дня, но подходы к диагностике и к терапии на сегодняшний день существуют, они достаточно хорошо разработаны. Uh, ну вот эндемическая африканская, да, это немножко друг, по-другому выглядит и другая характеристика. С точки зрения диагностики, uh, все-таки на, на сегодняшний день это uh, биопсия, биопсия, поскольку саркома это, ну, это онкология, это, uh, это опухоль uh, биопсия. С точки зрения терапии это два подхода. Это высокоактивная антиретровирусная терапия с обратным развитием элементов и применение цитостатиков, опять же, повторюсь, потому что это опухоль, по большому счету. Uh, ну, не по большому счету, так оно и есть. Ну и uh... В качестве резюме. Значит, классические случаи вот герпетических инфекций, классические, да, повседневные, это небольшая проблема. Клиническая диагностика, простые методы диагностики, простые подходы достаточно к терапии. Рецидивирующий простой герпес, да, это проблема, и которой э, занимаются, ну, с точки зрения вирусосупрессирующей терапии достаточно большое количество людей, этапным э, лечением ограниченное количество специалистов. Э, у беременных Врожденные аспекты. Я, коллеги, приглашаю вас к нам на наши циклы обучения. Там это все подробно рассказывается э, в цветах и красках. Э, и очень подробно, как бы, в рамках того, что можно было сказать сегодня, я об этом постарался сказать. Ну, и иммунокомпрометированные пациенты это, конечно, прерогатива центров СПИД и инфекционных стационаров, имеющих койки для больных с инфекций и оппортунистическими э, заболеваниями. Ну вот, э, глубоко, уважаемые коллеги, наверное, в рамках того времени, которое мне было предоставлено, я ну вот, постарался отразить то, что мне кажется наиболее важно в этой очень обширной проблеме, далекой от своего еще окончательного решения. Спасибо большое за внимание. Я самый в мире человек. Невроз с бессонницей, давление, стресс? Примите валимидин. с валерьяной пустырником, боярышником, мятой и усиливающим их компонентом. Тащи. Здравствуйте, уважаемые коллеги! К трансляции присоединяется модератор. Онлайн-семинар аккредитован в программе непрерывного медицинского образования. Специальности целевой аудитории вы видите на слайде. Если вы заинтересованы в получении кредитов в НМО, вам нужно выполнить два условия участвовать в трансляции не менее 90 минут и дать правильные ответы минимум на три из пяти вопросов тестового задания, которые Валерий Викторович подготовил на основе материала в своей лекции. В случае выполнения обоих условий, коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней после завершения семинара. Вы получите уведомление по электронной почте и сможете скопировать коды в своих личных кабинетах в разделе «Онлайн-семинары. Статистика». Сейчас инженер нашей трансляции открывает доступ к странице с тестами. На ваших экранах появляется зеленый баннер. Нажав на него, вы можете перейти к вкладке с тестовыми вопросами. На тестирование отводится 15 минут. Таймер обратного отсчета времени запускается при открытии страницы с тестами. К каждому вопросу по материалам лекции нужно выбрать один вариант правильного ответа. Подтянуть страницу вверх на экранах мобильных устройств можно пальцем, а на стационарных компьютерах вращая на себя колесико мыши. После ответов на пять вопросов по материалам лекции, пожалуйста, оцените общую удовлетворенность содержанием семинара по пятибальной шкале. После этого у вас подсветится голубым светом кнопка «Готово». Ее нужно нажать, чтобы отправить результаты тестирования. Желаем вам успешного прохождения тестового задания. И переходим к тем вопросам, которые вы прислали Валерию Викторовичу в чате. Первый вопрос, Валерий Викторович, прислала Людмила Викторовна. Она спрашивает, как должен звучать клинический диагноз в случае опоясывающего лишая. Встречаю опоясывающий герпес. Ну, а... Правильно, наверное, ответ. Э, Все-таки опоясывающий э, лишай, потому что э, опоясывающий герпес не совсем э, правильно, хоть с точки зрения латинского языка, хоть с точки зрения английского, Наверное, э, так более правильно. Спасибо. Елена Михайловна благодарит вас за интересную лекцию и спрашивает, как вы относитесь к назначению циклавира в дозе 1000 миллиграммов три раза в день в течение одного месяца с одновременным назначением ацикловира 500 миллиграммов внутривенно капельно в течение трех дней для лечения герпетической инфекции. Такая вот схема не совсем как понятно о каком варианте, о каком клинической форме герпетической инфекции идет вопрос, судя по внутривенному назначению скловир, это генерализованные некие формы герпетической инфекции. Лично я не вижу большого смысла, если мы вводим три дня от скловир. Не совсем понятно, для чего здесь вал циклавир в это же время. Назначить валцикловир позже э, смысл есть, но, может быть, не вал цикловир, а тогда ацеклавир, если речь идет о первом-втором типе. Спасибо. Анна Валерьевна благодарит вас за интересную лекцию и спрашивает ваше мнение по поводу вакцины Герповакс и ее эффективности. Коллеги, ну вот насчет э, вакцин, значит, вакцины, вакцины э, есть разные, э, и в принципе, в принципе, в принципе, они, в общем-то, по своему, по названиям разные, по своему, э, потому как они сделаны, они сделаны примерно одинаково. Э, поскольку в нашей стране нет широкомасштабного э, применения этих вакцин, то есть в, вообще э, в масштабах популяции. Ну, говорить, скажем так, какая из них лучше, какая хуже, на отечественном опыте, наверное, не приходится, скорее всего, на сегодняшний день. Но вакцины, которые используются на ограниченных категориях людей, соответственно, самым календарем, те вакцины, которые используются, они показывают, что да, они эффективны. Люди, люди не болеют ветряной оспой, скажем так, в ее типичных проявлениях. И, конечно, это решение проблем. Спасибо. Дмитрий Николаевич спрашивает, может ли у ребенка в двухмесячном возрасте быть опоясывающий герпес, если мама переболела в сроки, на сроке 31-32 недель беременности ветряной оспой? Значит, есть два понятия. Врожденная ветряная оспа и неонатальная ветряная оспа. Врожденная инфекция это до 16 до 11 дня от до 11 дня со дня, со дня родов у ребенка. Все, что развивается потом, к врожденным инфекциям не относится, и ребенок для того, чтобы переносить опоясывающий лишай или опоясывающий герпес, для начала должен болеть должен болеть ветряной оспой изначально. Учитывая, что на поздних сроках беременности не успевает срабатывать иммунитет, ребенок рождается Атаку и матери. Это дети, как правило, с типичными тяжелейшими проявлениями этого заболевания. Поэтому, скорее всего, скорее всего, речь немножко идет не об опоясывающем лишае, скорее всего. Спасибо. Гарина Михайловна спрашивает, что реально можно предпринять в начальной стадии лобиального герпеса для предотвращения его развития? А Абсолютно справедливый вопрос. Значит, самое простое, что сейчас делают все люди в нашей стране, для которых эта проблема актуальна, не только в нашей стране, по всему ми миру, это так называемая э э терапия по требованию. Все прекрасно знают, с чего начинается герпс либиалис. Он начинается с ощущения жжения, распирания, покалывания в этом месте, где через два часа будет пузырек. И люди, для которых это актуально, как только появились эти ощущения, сразу же начинают применять э, ацикловир внутрь, либо что ацикловир, содержащий мать, местно. Это э, под, позволяет в подавляющем большинстве случаев предотвратить развитие типичного э, вот, рецидива герпеса. Спасибо. А, Ирина Владимировна пишет. Скажите, пожалуйста, у нас среди недоношенных детей много выявля выявляется в стадии репликации цитомегавирусной инфекции. Понятно? Да, да, да. А да, что да, можно да. использовать в лечении, кроме виферона? Ни в одних э, клинических рекомендациях нет никаких. В лечении таких детей нет никаких интерферонов. Ни парентеральных, ни тем более не парентеральных. <связывая> репликация в этих случаях, в этих случаях, если у больного ребенка нет манифестной, манифеста манифест СМВ, в него субклиническая форма, он только положительную дает ПЦР. В этой ситуации, в этой ситуации единственное средство, которое имеет хоть какой-то уровень доказательности, это специфические высокотитражные антицитомегаловирусные моноглобулины. Никакие не интерфероны. Спасибо. Альфия Мавлюдовна пишет. Валерий Викторович, скажите, пожалуйста, пациенту с левосторонним гонартрозом назначены анализы на антитела на практически все типы герпес-вирусов. Обнаружены иммуноглобулины G к цитомегаловирусу и вирусу Эпштейна-Бар. Как интерпретировать и связать с вышеуказанным диагнозом и какая терапия должна быть назначена? Значит, интерпретировать латентная форма цитомегаловирусной инфекции, латентная форма Эпштейн-Бар вирусной инфекции. Связывать с диагнозом не нужно никак, Никак. Терапия не назначается, если у пациента а, нет клинической картины целого или веб. Гонортрос не имеет никакого отношения к этому. Спасибо. Елена Дмитриевна пишет: у больной 62 лет без клинических проявлений выделены антитела а, иммуноглобулины... uh -huh. к иммуноглобулину G в титре 288 герпеса второго типа. Нужно ли лечить и можно ли оперировать катаракту? Нет, не, ну, если нет э, высыпаний на коже слизистых, э, лечить ничего не нужно. Оперировать катаракту э, нужно, э, не является противопоказанием никаким. Спасибо. Алексей Николаевич пишет. Здравствуйте, Валерий Викторович. Mm -hmm. Очень рад видеть и слышать. Ваш однокурсник. Э, много спорных вопросов. Добрый про... вечер, Алексей противовирусной терапии и, иммуно и иммунотропной, в том числе вакцинотерапии. Ваше отношение к длительной вакцинотерапии с иммуномодулирующей? Алексей, в трех, слова, в, трех словах не отве, в трех словах не ответить. Я, в принципе, уже говорил о том, что использование иммуномодулирующей терапии ⁇ это очень сложный, очень индивидуальный процесс, очень сложный индивидуальный. Я знаю людей, которые этим пользуются, работают этими методиками, я знаю, что у них есть хороший результат по применению этих методов. Но говорить вот так, что вот надо поступать вот так, а не как по-другому, я бы, конечно, не стал бы. Спасибо. Елена Валерьевна э, просит, объясните, пожалуйста, механизм длительной несколько месяцев лихорадки при инфекции Эпштейна-Бар. Вирус в крови выявлен... Э, отрицательный. Да, ПЦР отрицательный. А вы у человека поставили диагноз инфекционный мононуклеоз изначально, и сейчас у него ПЦР отрицательно. Если так, если так, то в принципе нужно искать у пациента какие-то другие причины сохраняющиеся лихорадки, смотря, конечно, о какой лихорадке, какой характеристике идет вещь, речь. Если речь идет о длительном суффибрилите, да, то нужно искать в первую очередь некую очаговую инфекцию у человека. Если речь идет высокой лихорадки, то тогда нужно искать ну, скажем так, несколько немножко другой спектр заболеваний. Спасибо. Елена Валерьевна, а, извините, Хотя это мы Расимовна, уже прочитали, да? да? А, Алина Расимовна благодарит вас за интересную лекцию и спрашивает, можно ли считать обострением инфекции вирусом Эпштейна-Бар обнаружение а, и, методом иммуноферментного анализа антител G, класса G более 500 при отрицательном ПЦР-анализе крови слюны. Если mm -hmm. пациент Жалуются на частое обострение танзилита с увеличением шейных и подчелюстных лимфатических узлов? Нет, не, на, э, нельзя считать это обострением что, байверсной инфекции. Вы имеете дело с пациентом с хроническим декомпенсированным танзилитом, э, которому показана консультация э, лор-специалиста для решения вопроса о возможной танзилектомии. Э, здесь иммуноглобулины G, абсолютно, вирус, абсолютно ни при чем. Спасибо. Елена Борисовна пишет. имение счастья уже два года подряд иметь рецидивирующий автозный стоматит. Небо, щеки, десны, губы, сопровождающиеся болезненными плотными кровяными корками в носу. Крайне болезненными. Стоматологи в 2017 году обследовали меня на предмет герпоинфекции, ВИЧ, аллергии, выявили антитела. иммуноглобулины G, низкая видность, вирусы обширенного бара исключили, ВИЧ тоже. Дебют был по типу Стивена Джонсона вышла только на гормонах. Не помогла, даже ухудшила сильно противовирусная терапия. С 2017 года еще три рецидива. Затяжи, затяжное течение. Последний раз полтора месяца. А первый раз два месяца. Не могла есть, пить, разговаривать. До сих пор не могу понять, была ли вирусная природа стоматита. Исключили проблемы с кишечником, желудком, зубами. С чем надо еще дифференцировать? Рецидивирующий автозный стоматит. Если считать, что он имеет некую инфекционную природу да, и, против, и вирусную природу, противовирусная терапия, получается, человеку не помогает, ему помогают пролонгированное назначение глюкокортикостероидов. Если бы речь, э, если бы патологическим агентом был бы вирус, да, то на фоне длительной э, вот этой вот э, иммуносупрессирующей терапии, связанной с глюкокортикостероидами, ну, у вас бы были просто бы осложнения в виде генерализации процесса. То есть, по-видимому, по -видимому, речь все таки идет о каких-то иммунокомплексных э, процессах, скорее всего, иммунопатологических, э, для которых, э, скажем так, ну, вирусная инфекция, скорее всего, не актуальна у вас. На сегодняшний день. То есть лучше рекомендовать обратиться да, это, да. к ревматологу? Скорее всего, скорее всего, что нужно обращаться либо к ревматологам, либо все-таки к хорошим специалистам э стоматологам. Ну да, потому что гранулематозный полиангит исключить по да, этому описанию да, да, невозможно. Да, Ирина Александровна пишет, скажите, используете ли в лечении изопринозин и как вы к нему относитесь? Значит, изопринозин э, используется, не могу, сказать, что он не могу сказать, что я его использую в своей практике, в общем-то. изопринозин очень любят педиатры. Eh, они считают и, в принципе, видят, видят в своих наблюдениях, что он эффективен. В основном они его используют вот при цитомегаловирусной инфекции. В основном. Не могу как бы, выразить своего отношения, в своей практике я им не пользуюсь. Спасибо. Ольга Александровна пишет. В литературе все время звучат цифры. 95-98% людей имеют простой э герпес. Что за уникальные люди, оставшиеся 2-5%, не имеющие данные вируса? Как это объяснить или это недообследование? Тоже логичный вопрос. Вы, коллеги, понимаете, что процент это берется из так называемых эпидемиологических, серологических исследований экспресс-методами. Задача экспресс-методов не допустить, не пропустить ложно отрицательный результат. Пусть будут ложно положительные, да, они в конечном счете на экспертных тест-системах отсеются. Вы знаете, я могу сказать, что вот имея дело с беременными в нашем городе, в Санкт-Петербурге, я за последние 10 лет ну, видел, наверное, человек, наверное, 5-6 человек, у которых действительно не было никаких антител к вирусам семейства герпеса. Не могу сказать, что они не обследованы. По-видимому, это вот некие уникальные люди, у которых просто, да, просто не пристает к ним, скорее. Ну, если так можно выразиться. Уникальные люди есть всегда. Спасибо. Ну, следующий ну, вопрос. Мы, ну, клево, да, тоже про уже как бы говорили. говорили. А Ирина Альбертовна благодарит вас за лекцию, спрашивает, действует ли ацикловир на вирус Эпштейна-Бара. Значит, показано, показано, что все-таки более эффективным препаратом в отношении Эпштейн-Бар вирусной инфекции все-таки валцикловир является, нежели ацикловир. Хотя и то, и другое использовалось, но в последнее время все-таки предпочтение валцикловира дается. Спасибо. Татьяна Николаевна спрашивает, какой препарат, э, кроме ацикловира, можно использовать у детей? Вопрос у, должен быть э, более конкретизирован, потому что речь идет о разных э, клинических формах заболевания, о детей разного возраста, и э, ответы будут на этот вопрос очень разные. Есть ситуации, когда можно использовать э, тот же э, когда можно использовать и ганцеклавир, есть ситуации, когда можно использовать валганцеклавир. Э, есть разные ситуации. Конкретизировать надо вопрос. Спасибо. Наталья Валерьевна благодарит вас за очень интересную лекцию и задает очень распространенный вопрос, как она сама пишет: а наследственный фактор передачи вируса герпеса играет ли роль или только заражение? Примерно за какой период использования цикловира развивается резистентность? Два вопроса. <сасы> ну да, но, проще ответить на последний. Понимаете, никто э э э на сегодняшний день нет э, достоверной информации, сколько времени нужно принимать цикловир для того, чтобы сформировать э, цикловир-резистентный штамм. Во всяком случае, я такого и не встречал, таких временных параметров. Что касается вот наследственных факторов, вы, наверное, имеете в виду все-таки врожденную передачу да, с интеграцией в геном половых клеток. Есть несколько исследований, но ну, буквально там по пальцам одной руки можно посчитать, в которых это говорится о том, что такое возможно, возможно и, наверное, это имеет место быть. Но вопрос, в каком количестве случаев, что же все-таки здесь бывает чаще, вопрос пока остается неотвеченным, пока еще. Спасибо. Пишет Ольга Владимировна. Насколько актуально назначение противовирусных препаратов двухнедельному ребенку с ветрянкой, заразившемуся от родного брата, в течение заболевания средней тяжести с наличием герпангина, симптомы общей интоксикации, температуры 39, вялый, без симптомов энцефалита? И какие противовирусные средства, если нужны? Ольга Владимировна, во-первых, герпангина это совершенно другое заболевание, это как саквирусная инфекция, не имеет никакого отношения к герпесу, во-вторых, первых да? во вы э, говорите сейчас о, при, о приобретенной э, ветряной оспы, оспе да? у ребенка в э, период новорожденности. Вы знаете, по большому счету, по большому счету, я этому ребенку, я бы, я бы назначил бы ребенку противовирусный препарат, э, исходя из того, что э, он слишком маленький для того, чтобы мы надеялись на то, что у него сейчас все будет развиваться без последствий. Э, это вот у него, понимаете, это у него сегодня температура 39, он вялый без симптомов энцефалита. это вот сейчас. Гарантировать, что через 12 часов этого не будет, мы не сможем. Надо противовирусный препарат. Спасибо. Виктор Борисович спрашивает, какой препарат, на ваш взгляд, лучше обезболивает при опоясывающем лишае, при или габапентин в терапевтических <coughs> дозах? Сколько времени их можно назначать и имеет ли смысл переходить с одного на другой при неэффективности? Виктор Борисович, я вынужден ответить следующим образом. Выбор обезболивающего препарата – это прерогатива доктора-невролога. Елена Юрьевна спрашивает, может ли ребенок, двухнедельный ребенок, находящийся на искусственном вскармливании, заболеть ветряной оспой, если в послеродом отделении вспышка? Ну, в принципе, может, а почему нет? Восприимчивость, восприимчивость почти тотальная. И даже если ребенок от матери, если его мать даже имеет антитела, то есть она болела когда-то раньше, ребенок вполне может заболеть ветряной оспой, а только может Протекать может быть будет легче, может быть, а может быть, и не легче. Может заболеть, конечно. Спасибо. Алена Александровна пишет При ситуации, когда в семье взрослые заболевают опоясывающим лишаем, какова вероятность заражения вирусом герпеса детей, ранее угу. не, не перенесших ветряную оспу? Сроки такие же. Да, закономерный вопрос Это один и тот же вирус. Заражение э, очень летучее, контагиозность, индекс э, инфекциозности он порядка 70% при опоясущем лишае при ветрянке он побольше здесь порядка 70% Ребенку никто детям не детям, не болевшим ветрянкой, непривитым, никто не мешает заболеть. Очень летучая инфекция. Да. А имеет ли какое-нибудь значение использование повязок? окклюзирующих там хотя бы частично высыпание взрослого человека ну по большому по большому счету наверное речь идет э, может быть должна идти не столько об окклюзирующих там повязках которые разрывают путь передачи сколько на, об обработке вот этих элементов наверное все-таки каким-то антисептиками пытаться уничтожить сам вирус на поверхность Учитывая, что это все-таки лишая локализованный процесс, ну, наверное, да, обработка противовирусными э, препаратами э, тщательная, э, два, два раза в день, например, ну, наверное, это было бы хорошо, конечно, безусловно. Елена Валерьевна пишет. Валерий Викторович, можете ли подсказать, куда можно обратиться врачам и пациентам глубинки за консультацией инфекциониста в виде онлайн-консультации на коммерческой основе? Ирина Валерьевна, вопрос не ко мне, вопрос к Министерству здравоохранения. Когда оно проведет законы и подзаконные акты, касающиеся онлайн-консультации, в том числе на коммерческой основе, и обеспечит возможность так сказать, техническую для этого, тогда это будет известно. Сейчас пока ничего не могу вам сказать по этому поводу определенного. Спасибо. Александр Владимирович благодарит вас за лекцию и пишет. Недавно столкнулись с конфликтной ситуацией. Стационар отказался госпитализировать ребенка, так как у него контакт с ветряной оспой по дому, многоквартирному и многоподъездному. Какая близость контакта все же имеет значение? Хотя по форме справки мы формально не можем указать на контакт по месту жительства по данному адресу. Замечательный вопрос. Я говорил, что болел ветрянкой в подростковом возрасте. Я даже знаю, как заразился. Я в школу ходил несколько раз через территорию детского садика. Во время тихого часа в нем и в саду была вспышка ветрянки. То есть я не контактировал непосредственно с этими детьми. Я просто пошел несколько раз по территории. Поэтому, поэтому контакт здесь, безусловно, вы должны указывать, никуда не денешься. С другой стороны, вопрос, отказываться госпитализации или не отказываться. Весь вопрос, о чем идет госпитализация, по какому заболеванию идет речь. Если речь идет о том, что стационарное лечение данному ребенку абсолютно показано необходимое, оно не может быть перенесено на инкубационный период, на продолжение инкубационного периода ветряной спа, значит, тогда э, стационар обязан госпитализировать ребенка и обеспечить ему боксовое размещение. Спасибо. А Зайнединович, благодарит вас за лекцию, пишет, хотел бы узнать у вас, как можно исследовать пациента на наличие иммунного дисбаланса. Тоже закономерный вопрос. На сегодняшний день, я думаю, что, наверное, порядка 400 есть параметров, характеризующих состояние иммунной системы. Для этого нужно просто посмотреть, что делают в том регионе, где вы хотите провести такое исследование, какие лаборатории это делают, что именно делают. То есть абсолютно вопрос должен быть конкретизирован по месту. Спасибо. Ольга Сергеевна спрашивает, насколько актуально проведение иммунопрофилактики вакцины от ветряной, ветряной оспы с целью уменьшения частоты рецидивирующего герпеса. Значит, э, рецидив третьего типа называется опоясывающая да? Варил рекс это вакцина, применяемая для профилактики витриного как таковой. Никто еще пока не пытался использовать эту вакцину для э, так сказать, уменьшения частоты рецидивов опоясывающего лишая. Но, во всяком случае, более-менее какие-то работы значимые в этой области я, например, пока еще не видел. Спасибо. Ирина Юрьевна пишет. Спасибо лектору за прекрасное изложение материала. Слушаю на одном дыхании. Спасибо вам. Ренат Шавкатович пишет. У ВИЧ-инфицированной пациентки выполнена люмбальная пункция, так как CD4 менее 100. Жалоб не предъявляет. В спинномозговой жидкости выделена ДНК вируса эпштейна бар Вирусная нагрузка 8 на 10 третий копий в миллилитре. На МРТ головного мозга без патологии. Нужно ли лечить такую пациентку? Значит, в данном случае, в данном случае э если обращаться к зарубежным клиническим рекомендациям по этому поводу, то в этих случаях с учетом вот этой вирусной нагрузки да, э рекомендуют проводить э терапию, носящую характер превентивной, противовирусную отечественные клинические рекомендации. Вот в этом году 8 клинических рекомендаций по hiv инфекциям либо в 2019 м должны увидеть, свет, увидеть, свет, увидеть свет, и, может быть, в наших клинических рекомендациях будет написано немножко по-другому. Превентивная терапия больному нужна, иначе он манифестирует энцефалитом, первичной лимфомой, и будет очень нездорово все. Спасибо. Павел Олегович благодарит вас за лекцию, пишет, рассказывая про инфекцию, вызванную вирусом Эпштейна-Бар, вы описали клинику и гематологический синдром, а биохимия, имеется в виду уровень трансаминаза. Да, для цитомегаловирусной инфекции, в принципе, гепатит, да, для острой ЦМВ, в принципе, достаточно характерная вещь, хотя бывает не у всех больных. Трансаминазы увеличиваются также в тех же пропорциях, как и при острых вирусных гепатитах, только, конечно, они никогда не достигают таких гигантских величин. Там увеличение это обычно 5 там кратное, 10-ти кратное, там 15-ти кратное, там по 5 тысяч АЛТ не бывает. Спасибо. Елена Михайловна пишет, что пациентки методом ПЦР в моче выявлен цитомегаловирус Т3-4800. На момент осмотра обострений проявление, видимо, не выявлено. Как интерпретировать эти показатели и какой вариант терапии Вы посоветуете? Если ПЦР положительно в одном исследуем субстрате, к которому относится моча, в этой ситуации мы предпочитаем никакую терапию не назначать вообще, если нет никаких клинических проявлений. Спасибо. Марина Александровна пишет, в нашем отделении для ВИЧ-инфицированных ежедневно обнаруживаем положительный ПЦР спинномозговой жидкости на версию Пштейна-Бар, где нагрузка более миллиона копий на миллилитр, при этом клиника во многих случаях отсутствует. Какова в таком случае тактика? Самое главное, нужно лечить. Больные ну, чаще да, на по... стадии 4БВ, то есть... Похоже, это, да, да, похожий, да. Вопрос, похожий вопрос, здесь можно рассматривать вопрос превентивной, вот, превентивной противовирусной терапии. Спасибо. Насколько длительной должна быть противорецидивная терапия противовирусными препаратами при герпесе первого, третьего типа? Спрашивает Елена Борисовна. Надо э, различать. Первый, второй тип. Там, да, вирус терапия может продолжаться э, месяцами. При опоясывающем лишае противовирусная терапия это э, при рецидиве редко превышает, допустим, там две или три недели вот где-то ну, где так. То есть, о, примерно такой ответ. То есть, тут нет таких рекомендаций, сколько вот месяцев при рецидиве пояса еще лишая. Спасибо. Инна Владиславна спрашивает, насколько эффективна вакцинация против ветряной оспы для предупреждения рецидивирующего генитального герпеса у лиц старше 60 лет. О необходимости ее введения неоднократно говорит Доктор Малышева в телепередаче. Ринат Владиславовна, я не смотрю передачи э, доктора Малышевой, да, э, но все-таки учитывая, что человек профессор, доктор медицинских наук, я что-то как-то не думаю, что она путает вакцину от ветряной оспы э, с рецидивами генитального герпеса, который вызывается первым-вторым типом. Да, ветряная оспа это третий тип. Иммунный ответ у человека всегда сугубо, сугубо специфичен, и никакого эффекта вакцины от ветряной оспы на рецидивы генитального герпеса не оказывает и а оказать по сути своей не может. А чем прививать для профилактики рецидива гнетомии? Вирующий герпес урогенитальный — это либо длительная вирус терапия, о чем шла речь да, либо это этапная терапия с применением иммунокоррекции на э, э, сегодняшний день э, и вот в рамках иммунокоррекции используются вакцины но вакцины не от э, ветряной спа, а вакцины именно вот герпес первого второго типа спасибо елена валерьевна пишет валерий викторович помогите разобраться пожалуйста Ребенок 10 лет, 4 недели лихорадка, продолжается до настоящего времени. В первой неделе до 40, в последующем до 38,7, в ночное время температура нормальная, без основа и потливости. Небольшое увеличение передней и задней шейных лимфоузлов, небольшое увеличение печени и селезенки, ЗЕВ в начале заболевания легкой гиперемии, затем норма. В анализах в ПЦР крови на 6 типов герпесвирусов отрицательно. А, а, э, иммуноглобулины mm -hmm. класса G э, против Эпштейна Бар более 600 mm -hmm. э, и иммуноглобулины М mm -hmm. э, 214 mm -hmm. В общем, анализы мононуклеаров не обнаружены. Mm -hmm. вот, э, в анамнезе жизни мононуклеозом не болел. Какое обследование следует еще провести? Бактериальные инфекции исключили. И какой диагноз можно поставить? Ну, в принципе, при э, наличии иммуноглобулинов М, да, к антигену, антигена, э, в принципе, вам по большому счету ничего не мешает поставить ребенку э, мононуклеоз, э, затяжное течение, например, с точки зрения педиатрии, не знаю, насколько это правильно как бы, будет формулировка. Э, с точки зрения обследования, ну да, здесь у вас не остается по большому счету вариантов, кроме как э, делать полимеразную цепную реакцию, да, с какими-то с возможными доступными субстратами, да, которые только есть ну и по-видимому, если как бы, основываться на диагнозе инфекционный молниюллюз, да, принимать его как предварительный в данном случае, тогда, по-видимому, этому ребенку нужна противовирусная все-таки терапия, некая, да, то есть подбирать нужно некий препарат, который может в таком возрасте применить. Если я повторю, если мы принимаем вот этот диагноз, вот почему как бы я так не очень большой сторонник дистанционных консультаций, да, и заочных, потому что ну, не, нет всей полноты информации. Спасибо. Яна Леонидовна благодарит вас за лекцию. Спрашивает, возможно ли неспецифическая профилактика рецидивов герпоинфекции и неинфицированным людям при тесном контакте с больным? Как вы относитесь в этом плане к циклоферону? Спасибо. Я к нему никак не отношусь, потому что в нашей практике мы его не используем ни для лечения рецидивов, ни для профилактики неинфицированных людей. Да и что-то как-то я в мировой литературе не слышал о применении таких препаратов. Спасибо. Юлия Владимировна благодарит вас за лекцию. И спрашивает, если у ребенка, переносящего, видимо, Эйпштейна-баро-вирусную mm -hmm. инфекцию, через какое-то время при субфибрильной температуре появляется иммуноглобулин М, надо ли лечить ацикловиром и надо ли вообще лечить? Понимаете, тоже вопрос такой достаточно теоретический. Если ребенок сейчас болеет инфекционным моноклеозом, да, возникает вопрос, где у него был моноглобулин М раньше. Да? Если он когда-то болел, сейчас у него моноглобулин М, тоже вопрос как бы получается совсем другой. Надо его лечить от или нет? Недостаточно данных для совершенно четкого ответа на этот вопрос. Просто извините, пожалуйста. Спасибо. Светлана Николаевна благодарит вас за интересную лекцию. Пишет э, антицитомегаловирусные иммуноглобулины G500, анти, э, иммуноглобулины М отрицательные. Данные результаты на протяжении нескольких лет. Женщина 55 лет без клинических проявлений. Нужно ли проводить какое-нибудь лечение? Необходимо ли до обследования какое? Является ли она распространителем цитомегаловируса для окружающих? Является источником или нет, на этот вопрос может ответить только полимеразная цепная реакция. Э, это слюна, мазки из э, ротоглотки, э, собственно говоря. Только это, может от, только это может ответить на вопрос распространения. Э, да, обследовать э, не вижу большой необходимости, если у человека нет таких, никаких -то жалоб. Соответственно, нет смысла, нет смысла его лечить по этому поводу. Оставьте в покое, женщину. Спасибо. Пишет Александр Леонидович, пациент 47 лет, диагностирована саркома капоши, не ассоциированная с ВИЧ. Каковы особенности ведения пациентов с такой опухолью? Это вопрос не по специальности инфекционной болезни, это вопрос, либо, скорее всего, к онкологам. Не могу ответить на этот вопрос. Спасибо. Татьяна Геннадьевна, благодарить за лекцию. Все очень понятно и доступно. Наталья Васильевна спрашивает: являются ли герпетические высыпания на лице, на носу, губах, противопоказанием для оперативного лечения катаракта, лечения зубов и вообще для плановых операций именно в момент наличия высыпаний? <как> С точки зрения э, лечения зубов, э, ну, скажем так, я не думаю, что это вот такое глобальное противопоказание, хотя, конечно, смотря что имеется в виду под лечением. С точки зрения э, плановой операции по удалению таракта, я бы на месте самого пациента бы не рискнул бы в период высыпания э, идти на эту на операцию, потому что, ну не дай бог, герпетический кератит, и потом благополучное длительное лечение у офтальмологов, отсутствие эффекта от имплантации хрусталика и так далее и тому подобное. Тут надо очень тщательно смотреть, что за хирургические вмешательства в полости рта. Спасибо. Александр Александрович спрашивает, для какого типа вируса герпеса более характерно поражение миокарда? В доктор на работе описан случай купирования постоянной формы фибрилляции пресердия в результате лечения вирусного миокардита. Вы знаете, ответить на вопрос, вот если взять все миокардиты в целом, да, и какие вирусы чаще вызывают поражение миокарда, это вопрос не совсем, скажем так, ну, может быть, правильный изолированное повреждение миокарда э, вирусом, да, это очень большая э, редкость. Вот если речь идет о семействах э, герпеса, например, это всегда проявление генерализованного процесса, как вот когда есть что-то, когда есть какие-то другие проявления. Это может быть и цитомегаловирус, э, это может быть и это, мож, это может быть. Э я не возражаю, что коллеги там описали в социальной сети случаи, когда купировали там фибрилляцию сердце при вирусном миокардите. У человека был миокардит, были его проявления в виде фибрилляции, одним из проявлений, да, его лечили от противовирусной терапии, вылечили миокардит, соответственно, купировали осложнение миокардита в виде фибрилляции. А что здесь такого удивительного? Поестественно. Спасибо. Время нашей трансляции подошло к концу. К сожалению, остается сегодня очень много вопросов неотвеченных. Уважаемые участники, коллеги, прошу вас с пониманием относиться к тому, что наши преподаватели приезжают в студию после рабочего дня да, от пациентов, от своих курсантов, студентов. Поэтому благодарим вас за внимание и до новых встреч. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Успехов.